Так, гость сюда. О, кухня. Эй, дамы, как там жрачка идет? Чего? Это что за ангидрит, твою перекись, морганца? Что это такое? Почему ты хватку ослабила? Зачем она в суп свою вагин... Это теперь уха. Итак, с управлением вроде бы разобрались. Компания. А, кстати, какой я там сенсор поставил. Бээ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 э
этим квадриком? Кто напоил этого десептикона так, что у него не получается трансформироваться? Ты заблудился, малыш, что с тобой? Тормози. Все, успокойся, все нормально. Мне тебе что, родео устроить, что ли, а? У-ху! Круто! А мне нравится! Меня сейчас тошнит, но мне нравится! Стой, не ломай кайф, я тебя прошу. Ой, а вы что, откуда? Пиздуйте назад в тундру, откуда вышли. Я тебя седлаю, бычок. Стой. Да не пинайся ты, все нормально. Ну, уноси меня в мир головокружений. Теперь это обычный квадроцикл. Вот теперь погнали. Стой, не ходи мне, скотина, я тут целюсь или что, по-твоему, я делаю? Смотрите, сколько их там. А, ты что, хочешь спуститься? Не благодари. О. Чего? Он об скалу шлепнулся и сдох. Сынок, ты новичок, что ли? Хули вас такими нежными в солдаты берут? Я! Я хуй! Пошли бить грушу. Говорят, выплеснуть гнев помогает обида или неприятный человек. Зачем вы мне двойки ставили, Антонина Степановна? Нравится вам теперь, сука, Антонина Степановна? Сдохни, шаболда старая! Капец, этот мужик жестит. Кажется, именно так выглядит моя борьба с ленью. Сука, аж до слез. Куда эта тварь опять убежала? Уебу, сука. А, вон она. Шляндра, держись рядом. Ты мне сейчас понадобишься. Чё? Что это? А, капец, блин, напугал. Я чуть коричневый нежданчик не пустил. Эй, народ! Тут чей-то раб из подвала подышать выглянул. Не, походу он тут застрял. Стой так, не дергайся, понял? Я сейчас попытаюсь аккуратно и филигранно тебя отсюда вытащить. Не дергайся! Я контролирую ситуацию. Что ты делаешь? Ты что, доски долбишь? Жену вспомнил, что ли? Я выбрал. Все. И какого же? Самого красивого. Конь слева. Чудный выбор, чудный. Но у этой породы есть пара странностей. Что ты, блядь, за демон? Мы найдем его, Ривер. Я же не знал, что с ним творится. Если бы я спросил. Ты ни в чем не виноват. Я его дядя. И я никак ему не помог. А ничего, что мы машину сбили? Блять! Ладно, молчу. Спонсор этого выпуска – магазин игровых ключей и аккаунтов «Масленка Стор». Низкие цены, гарантия и надежная техподдержка ждет тебя по ссылке в описании. Эй, снова всем здрасте, друзья, с вами Мармок Богоискатель, и сегодня я вам покажу, как пройти сквозь запертую дверь. Так, погнали. Для этого нам понадобятся вот такие вот ящики или любой хлам, который есть поблизости. Кладем все это доброе дерьмо перед той самой дверью и с помощью охуительного кресла отталкиваемся. Во! Кто бы сомневался. Правда, тут половина из вещей исчезла и все глючит, но мы своего добились. Ой, а как мне назад вернуться? Вашу кашу.
Как мне отсюда выбраться? Здесь нет кресла, здесь ничего нету. Сука, горе-экспериментатор, нахер. Опа, а чё это? Что с этим чуваком? Либо у него такие длинные гвозди, либо это баг. Испортишь мне баг, сука, выебу твое тело. Расслабься, представь, что ты на пляже. Эх, вот бы мне такого соседа, который что-то ремонтирует, не касаясь стен. Я, возможно, зауважал бы даже его и пригласил бы на кружечку кофе или что. О, господи, он достал гвоздь из задницы, я ушел. Том-тором-тором-том-том, проскочу. Небольшие трудности. Ау. Блин. Рад видеть вас. А я не очень. Съебись отсюда нахер. Как же удобно. Не нравится человек. Взял и убрал его. Без каких-либо объяснений. Посмотрел на тебя прохожий свысока. Взял и отправил его в небо. Пускай он там обосрется и потеряет сознание пару раз. И поймет, что свысока не так уж и приятно смотреть. Я герой быдла. Здорово. Не хочешь на звезды вблизи без телескопа посмотреть? Что это за шлейф в небе? Ебать меня в карманы, это люди! Вы чё с неба падаете? Эй! Небеса решили, что здесь слишком хорошо живется и подкинули нам еще дебилов? Нет. Забирайте их назад, пожалуйста, у нас этого дерьма навалом. Ты что с тобой сегодня не так, Ник? Соберись. Ты себе что, не тот стимулятор вколол, что ли? Не надо мне тут на носочках скользить. Ходи нормально, пятки используй. Ты вы только посмотрите на эти движения. Ты чё меня позоришь, детектив? Да ты приколист. Ну, хотя бы пушку нормально держишь. Издалека, если смотреть, то вполне нормальный человек. Без щеки. Там кто-то еще... Опа! Как это? Какого дьявола? Что с тобой? Я всегда говорил, женщинам в армии не место. Вот что она делает? Она нас позорит всех, пацаны. Ладно, если бы она еще задницей вверх застряла, я понимаю. А так вообще не... Фак, от этих текстур пахнет еще первой колдой. Эй, вылезаешь, кура, пора в бой. Ура! Эй, ты живая вообще? А, нормально. Она просто это место уже согрела. Ты что-то мне сказали, тушенки испорченные. Эй, что происходит? Меня заносит. О, что с моим крюком? Что за... Погодите, мне кажется, или меня уносит влево? Шмель мне в ухо. Что с крюком моим? Почему он канаёбится так дико? Я чё, я... Здесь дует, что ли? Что? Бля, крюк нужен! В жопу мне этот крюк нужен. А, хотя нет. В жопу больно. И здесь пусто, как в попе у мангуста. О, я наконец-то нашел патроны. Теперь заживем светской жизнью. Что за... Что с твоей ногой? Ты чё, резко на 180 развернулся, что ли? А, Бурбон, стой, не шевелись, я тебе по... Ёбар, прошло. Что за херня? Пух мне в ноздри. Да, с такими ногами юбку не наденешь. Вставай, Сало, ты всю жизнь проспишь. Смотрите, стоят тут важные. Я с такими как бы пока срал дрался. Дверь. Не знаю, заходить сюда или нет. Мне лень. О, это что такое? Ты почему товарища съел? Выплюнь! Фу! Да, ну а если серьезно, вам что, места мало? Оно говорит! Получай, двухголовый демон! Воу-воу! Не бей! Не бей! Я вас исцелил, ушлепки! Лошадь! А, то, что я обожаю...
Ай, блядь, сука, надо было сесть. Вы не поднимете, да? Расслабленного товарища вашего. Да почему? Артём, ты пробежишь, если я буду прикрывать тебя? Я просил поднять, они миньет мне сделали. Со стороны два. О, gracias, amigo. Что? Я все руки поломал, хебеня. Ёб твою мать, фа, что произошло? Мне пожал руку Чак Норрис, что ли? На автовазе как-то машины делают, и ты справишься. Да. У меня на кухне лежит чайник разобранный, который я никак не соберу. Мне кажется, самое время им заняться. Свободен. У-ху, как тебе свобода, нравится? Теперь давай назад, обезьяна. Что там? Кто там едет? А, это мирные! Есть бандиты! У-ху. Вау! Как по-голливудски цифры разлетаются! А я не понял! А вас что, мистер, сейчас обеденный перерыв, что ли? Че это тупырь? У кого пульт от него? Ты чё, призрак, сука, а? Призрак? Может, ты ещё и бессмертный? А, нет, не бессмертный. Прости, если ты просто завтыкал, а я тебя ёбну. Это не совсем геройская смерть, согласен. Я тебе ногу в жопу засуну, а шнурки завяжу через рот! Это кто, сука, там такой креативный? Давай попробуем. Это он виноват, что Дэйди погиб. Ладно, не плачь, дайте мне уже наконец поиграть, почувствовать геймплей этой игры. Я где? Я себя потерял. А, что за дерьмо здесь происходит вообще? Мне кажется, этот чувак задается таким же вопросом. Это какая-то бессмыслица, нет, все было не так. Да ну, блядь, нахуй, неужели? Охуительный дворник, а мне интересно, он с двумя или с тремя метлами так сможет? Кажись, я понял, это метла из Хогвартса. Он пытается ее приручить. Но это неправильно. Ассасины за свободу! О, теперь ты свободна, беги! А я говорил маме, что не умею обращаться с метлой, она мне не верила. Уи-оп! Держись, отечественные лестницы хорошие, прочные. Стоп. Это я куда попал? Это я куда-то, куда не надо попал? Ой, батюшки моей матушки, как мне отсюда выйти? Дайте выйти. Давай, давай, как зашла, так и вышла. Через сетку, как жидкий терминатор, нахуй. Отлично, я бочки. Но это меня не устраивает, дайте мне отсюда выйти. А, ладно. Я сейчас прыгну. Я прыгаю. Вы вынудили меня это сделать. Так что поскорее, пока не стемнело. Только посмотрите на этот пейзаж, а? Хоть бери и рисуй картины. Так, погодите. Нам... А, я знаю это место. Здесь есть один очень любопытный дорожный знак. С виду ничего примечательного, стоит тут вроде все норм, ветерок колышет. Но это на самом деле только на первый взгляд. Ага, видали? Запаска. Пробрыч, а это кто? Это что за лысые создания такие? Смотрите, смотрите, они все делают синхронно. Нихера себе дисциплина. Что это за грызуны? Очень сильно похожи на крысу. А, лысые крысы! Стойте, ща я вам макияж подправлю, пацаны. Вот, а где еще один? Ах вы мои красавцы. Мои метросексуальные бандитус. Так, все. Все, всех отмейкапил. Лежите, отдыхайте, ребята. Я тут пособираю все, что вам уже не нужно. О! Во-во-во-во-во-во! Ты чё? Ты чё, бля, успокойся? У тебя аллергия на пули, что ли? Успокой свои нервы, мудак. Ишь ты, а то сейчас еще одна шишка из желе на лице выскочит. Все, успокоился. Оу! Его засосало! Его... Здесь какая-то странная яма.
его в нее засосало. Эй, песос, если захочешь туда посрать, то не забудь пристегнуться. Опа, а что это там за разборки? Ребята, что здесь происходит? Вы что, место поделить не можете? Или это какие-то брачные индюшачьи игры? Бля, я осознал, что я сейчас глупее них выгляжу. Ладно, давайте наверх для начала поднимемся. Там, кстати, справа кто-то... О, приветики! А баюшки не хочешь? Чпой. Молодец, ты даже не ёкнул. Что? Ёлы-моталы. О, танк! Твою... Я тебе пупок порвал, кажется. Слышь, твой танк, дай делать круг. Ты чё? А, достать не можешь, что ли? Я в зоне недосягаемости. Ну или этот дебил тупо не может сдать назад. Смотрите, здесь еще один бегемот. Я, кажется, понял. Им просто нравится, когда им гладишь бок. Ой, ты мой хороший, сейчас от радости описаешься. А вот голову им не пытайтесь гладить, кажется, им это не особо нравится. Вот, видите, что происходит? Он начал дуться. Дуло стало вялым и больше не стоит, как раньше. Но сейчас мы этим крюком его поднимем. Видать, это танк, старичок. Но ничего, братан, ты своим дулом еще орехи будешь колоть. Давай! Ну, камон! О, ты куда? Кажется, я ему сделал больно. Все нормально? О, смотрите, Митсубиси. Вын-вын. Бум-шакалакалакабум-бум. Разошлись. И похер, что у вас тут рынок. Я еду по навигатору. Не волнуйтесь, я пролезу. Втяните живот, пожалуйста, мне так легче будет. Не волнуйтесь, я профессиональный водила. Я смотрел все части Форсажа. Опа! Прошли без вазелина. Эй! Ну да! Вызывайте эвакуатор, у меня, кажется, двигатель заклинило. Они чем-то встревожены. Давайте подберемся поближе. И используем элемент неожиданности. А я не понял, здесь что, ветер, что ли? Смотрите, что я нашел. Древесное порево. Так вот откуда берутся стулья. Как же жестко он ее, а? Мне кажется, папа Карло подрочил бы. Эй, только от меня подальше отойдите. Воу-воу-воу! Ша! Что за... Слушай, мне понравилось. Цыпа-цыпа, ну-ка покатай меня еще. Я надеюсь, вы не имеете ничего против групповухи. Ура! Блядь, что так мало опять? Давай еще, мне мало. Слабак. И минута не прошла, и он уже пустил свою стружку. Божечки, я мастер аллегорий. О, извините за глупый вопрос, но вы не могли бы сыграть стулья? Сука, я забыл, что такие сильные. Чем мне тебя захерачить, ты? Капец. Кашку любишь, да? Бегемот. Отстань! Не смей трогать мой дорогущий костюм. Бедная тетюшка моя только его постирала. И чё? И чё, верзила? Трудно твоему жиру с гравитацией справиться, да? Фу. Что? У него чё, гиги за шаги кончились? Надо его сейчас отпиздить, пока он АФК. Нет! Нет! Паутина! Смотрите, он не двигается! Я всегда боялся, что этот день когда-нибудь настанет. Они поняли, что я падок на баги. И начали ими заманивать меня в ловушки.
Так, я не понял, я что, заблудился, что ли? А! Тут жарко стало? Или это я... Слушай, не до тебя отойди. Как Эльда может найти темных эльфов, если почти ничего не... Здрасте. Неполадки. Че это было? Где я? Твоя музыка говно. Эй! А! Че это было, блин? У вас что тут дыра какая-то, что ли? Я вам этого не говорил. Где-то... Но если ай, хочется бля... выпить по-настоящему, посетите клуб. Слушай, ты что, эту ступеньку купила, что ли? Вали отсюда. О-о-о. А вы знаете, что свеча над очагом не гаснет уже добрую сотню лет? Пошла нахуй, из-за тебя и моя свеча тоже не скоро погаснет. Все, понятно. Здесь какой-то привал, пацаны. Сейчас мы посмотрим, что у них есть. Мини-карта говорит, что они дружелюбные, так что мы стрелять тоже не будем. Кому-то плохо. Привет. Выручайте! Кто-нибудь! Он зашел в костер и сгорел, бля. На самом деле он играет на воображаемой гитаре. Оп, это же... Да, ты груз. Перфекто. Заводи коня, асасай махала египетский. Нам нужен этот груз. Это все мое, просто им надо свои документы показать. Горюй. Дракарис, мазафака. А я-то хули загорелся. На. Ой. Я его чё, дерево загнал, что ли? Эй, вылезай! Не мешай белкам жить! Кажется, у нас тут непредвиденная ситуация. Кто не по зубам? Я или дерево? Так, все, успокойся. Не мандражуй, я тебя ща вытащу оттуда. Плохо. Бежим! Не получается. Что, где бежим? Смотрите, да где же он? Он убежал! Я его не вижу. А, ну конечно, вот же, куда ты убежать собрался? Это, знаете, тот самый момент, когда ты заснул на земле, и пока ты спал, выросло дерево нахер, ёпты, откуда? Ай-яй-яй, давай, камон, целься прямо в моцареллу. Блин, да чё ты не успокоишься никак и не примешь смерть? Слишком ты злой, мне кажется. Го, обнимемся! Надо его расслабить, и тогда мы его трахнем неожиданно. Го, еще обнимашку. Эй! Ты чего? Вставай! Я его нокаутировал, что ли? Да, кажется, он как-то дохуя расслабился. Слышь, бродяга, это как-то немножко не по плану. Вставай давай! Вставай, овощ! Я хочу бить в стоящую херню! Хоть, блядь, в упор стреляй, хер разбудишь, прям как я по утрам, нахер. Ой, вроде удобно. Слушай, братан, что с тобой происходит? Я ж просто обнять тебя хотел. А, блин, чё-то как-то далековато мы приземлились. Давай-ка я к тебе подкачу, и мы с тобой решим все наши проблемы. Ой, нелепо получилось. Но ты же знаешь, что я не специально, да? Иногда случайности бывают такими приятными. Да ты совсем ненормальная, раз решила... Что ты хочешь, дебил, от меня? Пошел нахуй, нахуй пошел отсюда. Почему все стремятся в небо в этой игре? Что за нелюбезная земля в Англии периодически кого-то нахуй отправляет? Гуляя в туманном лесу, помни... Возможно, ты потерял сознание в накуренной тачке. Эй, шалом, еблан! Как здоровье? Хераси, игнор. Все, накатался? Суши весла. О, лохматый Яогай. Хаю-хай, с вами Яогай. Дождь с медведями. Нужно аккуратнее ходить. Я могу бить очень классно. Что? Где ты? В смысле, еду.
Ты едешь ровно? Абсолютно. Просто у меня-то не совсем ровно. Подожди, не мешай, у меня такой бит очень классный. Да. У меня рассинхрон классный. Во-во-во-во-во, стой, что происходит опять? Я в воздухе. Я в воздухе. Не-не, все в порядке. Ты, блядь, машину переехал. Как в порядке? В смысле, как ты едешь? Абсолютно спокойно еду. Чего? О, у меня звенят копеечки. Нет, начинается опять. Это та же самая херня, Аркаша. Та же самая херня начинается. Мне страшно. Я боюсь лететь в космос опять. Где ты? Ты просто в машине. Меня колбасит. Меня дико... Меня колбасит. Я как на иголках сейчас. Я боюсь просто... Я боюсь дернуться, понимаешь? Иди из машины, животное. А, точно. Аркаш, перестань, нах, я. Давай найдем другое занятие. Хочешь индюка отпиздим? Блин, это стрёмно выглядит. Это очень стрёмно выглядит. Так, одну минуту, подожди, я поехал. Поехал? Он поехал, блядь. Он поехал, куда ты едешь? Она плохо едет. Ты далеко, Аркаш. Ты далеко. Я задом еду, подожди, не мешай мне. Пиздец, ты гонщик! А что у тебя на экране? Открой мне гипнотизацию. Я боюсь подходить к этой херне опять. Подойди, открой нам. Я боюсь. Закрыл ее, открой ее. Оседлай ее. Идеально. А теперь дойди. Не надо, пожалуйста. Это как гей. Главное бы... Я не советую лежать на животе, но это твое дело. Чарли, Ричи, Бонни, Альма, Спайк! Спайк, это ты? Черт подери, что с тобой? Только не говори мне, что ты опять набухался кислого молока и полез плавать с сучками. Ты уже во сне плаваешь. А вот и наш пострадавший. Ну, в будущем. Так что пошли творить будущее. Капец, он, конечно, нихера не слышит. А, вот он меня и заметил. Тут, блядь, холодильник с ногами за тобой ходит, ты нихера не слышишь. Куда пошел? А, он разгоняется. Отойди, мать твою. Я тебя, сука, одной правой в нокаут отправлю. Ты мне аплодируешь? Он мне аплодирует. Красава вообще, братан! Респект. Спасибо большое, не за что. Туга, я тебя люблю, спасибо, брат. Я особо не старался, спасибо. Братан, это было шикарно, шедеврально. Не уходи, брат, пиздани мне еще раз. Нам бы помыться, да крови пососать. О, еще одна лестница. В смысле, это лестница? А, ты о нем. Так, пробел уклонения. Ух ты, смотри, че магею. Опа, на. Какой пыл, давай хуяриться. Ай. Как ты меня достал? Ты чё, абонент, охуел? Чё, длинные руки? Опа-на. А это у нас либо проблемы с резиной, либо мы застряли. Он бегает так, словно в слоумо от взрыва убегает. Ему здесь не хватает крутой музыки. I'm escape man. А, это уже не совсем подходящая песня. Ладно, покойся с миром, я даже сосать у тебя не буду. Знаю, режет слух, но привыкайте, я вампир, мне можно так выражаться. Ну и пидорам тоже. Я все. Все отремонтировано, все покрашено. И я снова готов ломать гули об колено. Так, мне нужен шеф. Опа, че не спим? Потолок держим, что ли? Да, и потолок тут лакшери, конечно. Так, где шеф? Ой. Здрасте. Точнее, му. Я, это вертолет там чилит, что ли? Там вертолет на пузе лежит просто. Чилит стоит, смотри. Охереть. Как будто бы я в ахуе, что ли. Эй! Вы чё тут это шум мне сделал здесь, блядь? Я тут себя гуляю, а тут шумно. Ты чё, охуел на что ли? На гранату на пёс. О. О, какая идиллия, прекратилась крутиться эта ссаная вертушка, как хорошо-то стало сразу.
Да. Кажется, проблема у нас комплексная. Вертушка-то прекратила, но... Эти корейцы, блять, они только что не придумают. Ладно, где я там машину оставлял-то? Нихера ты в другом селе почти. Что такое? Блять! Какого хрена? Долбаные корейцы, они все-таки взлетели. Ну пешком так пешком, че бубнить-то сразу? О, привет, волчонок. Ты заблудился? Не гавка, нет, пожалуйста. Правда, не стоит. Ты сейчас не в том положении. Ой, господи, ты главное не паникуй. Не паникуй и не вздумай писать на меня. Да, это главное. Я сейчас смотрю на тебя, как на рыбу в океанариуме. Плыви, сука. Плыви. Я никогда не был в океанариуме. Не расстраивай меня, мех. Ладно, сорян, волчара, но другого выхода я не вижу. Замри. Эй! Он не падает. Ау, сука. Готово. Я не знаю, как выйти из его гаража. Сел в машину, сейчас, может, выйдем. Ну, ты в доме в каком-то сейчас, да? Да, да, я рядом, в каком-то доме. Да, я выхожу. Сейчас я у него на пассажирском. Но сейчас выйдет, офигеть. И я выйду сразу из его машины. Фу! Что? Ты погиб? Я вообще нихуя не понял. Так, поднимается. Зафиксировали. 3, 2, 1. Побежали. В этот раз-то я успею. Давай, давай. Воу. Как бы... Что за дерьмо? Я застрял. Можно мы пролетим дальше? Или дайте плед хотя бы. Смотрите, здесь тоже проход. Ух, сколько здесь хлама. Это какой-то лабиринт. Ладно, вызов принят. Это по-любому не сложно. Не сложнее, чем сходить пасать в поезде. Вот. О, здрасте. Живой человек. Привет, шахтер. Ай-я... Сука, за что? Чего, блядь? Ты под кислотой, что ли? Что за дерьмо с ним происходит? Ну, чё, рожай давай. Тужься. Давай. Только не обосрись. Все безнадежно, друзья. Я не знаю, что с этим персонажем не так. Он как будто въебал 3 чашки эспрессо и теперь его штормит. Смотри на меня! Сосредоточься! Представь, что я держу зажигалку под твоими яйцами. Говори. Может, пушка заклинила? Нет? Ну и стой тут, уёба. Ах ты, сучонок! Наркоман! Соблюдай дистанцию, говно! О, чё это? Оу! Чё происходит? Почему я прыгаю? Управление запуталось! А, что в этом коляне было? Почему меня накрыло? А, боже! Дайте ещё! О, медведь! Ой, так, отмаги нет. Вообще, бля! А, я тебя прямо в рот чихнул, теперь ты заразишься гриппом тоже. На тебе еще немножко холода для 100% эффекта. Так, что у тебя, шкура? Да иди... Какого черта? Я тебя вальнул, ты чего, Миша? Миша, у тебя копье в пузе, ты че, ты охуеваешь на глазах у всего Скайрима? Ну-ка прекрати быстро. Он мертвый. Он мертвый, но он, сука, ходит. Ты чё? Была команда лежать. Общи! Да, мертвого гриппа не испугаешь уже.
Охуеть. Что мне чертов дракон? Дракона я хотя бы убить могу, а медведя... О, здрасте. 10 метров и второй баг. Интересно, а если я сквозь один баг посмотрю на второй? Что-то произойдет? Эй-эй-эй, товарищ! Дай аптечку! Блин, как в этой игре аптечку попросить? Ой, это не Е точно. Е это дым. И в этом дыму нас никто не видит, сучара, так что гони быстро аптечку. А, блин, написано же, вот, на Н. На Н надо нажать. Какого? Как ты это сделал, мазафакер? Сука, гони мне мою аптечку, ублюдок! Так они сюда ее мразь! Не, бля, ща я найду способ тебе забрать. Ты чё тут слабых унижаешь, мясо? Ну, ща я к тебе заберусь, жди. Ща я только край правильный найду. У меня твоя аптечка. Ты чё меня дразнишь, педрила? Что это за аборт трансформера? Как мне на этом ехать? Я как будто Гарри Поттера в плаще невидимки сбил и плащ на колеса намотал. Блять, еще лучше стало. Теперь он похож на воздушный мотоцикл из Звездных войн. Блин, походу я встал. Давай, давай, Сэм. Давай, тушься. Извините. Давай чуть-чуть. Нам надо доставить. Что такое? Как я умудрился залипание клавиш вызвать? Мастерство. Попизди мне еще тут. Поднажми, бомжара, тут 50 метров уже осталось. Ебать тебя некому. Он пропал вообще. Я понятия не имею, что здесь происходит, но это один из самых плодородных дней в плане контента. Пожалуйста, продолжай, Катима. Цыгане выкрали коня. Что це за хуйня? Вчера вил бин тут, а сегодня его нема. Когда я в детстве катался на воображаемом мопеде, я не думал, что мне этот опыт пригодится в будущем. С дороги, блядь, чепушила слепая. Ты что, не видишь, что я на байке еду, глаза разуй. У-ху, вот эта скорость. Мне кажется, если я захочу построить карьеру мимо, то меня будет сложно переплюнуть. Хорош. Покатались нормально. Вот эта скорость, твою мать. Только я лицо уже 5 минут как не чувствую. О, тараканы. Эй, как вам местный мусор? Я просто пытаюсь быть дружелюбным, но кажется, я немножко перебарщиваю. Эй, вы скучали? Я точно нет. Что? А с ним все в порядке, просто кажется, он болен. Я что, дверь ошибся? Да какого хера я пришел сюда деградировать, а вы даете мне сложные баги? Это моя остановочка, ребята, я выхожу. Чё они ели? Скажи им, за дверью есть тараканы, они, наверное, полезнее будут. О боже, дай быстрее сюда папку. Что? Говори ртом, сука. Знатоки сталкера, объясните, ничего не делай. Воу, воу, потише, стуклеры. Ты чё приседаешь, чувак? Не дрейфь, аптечка есть, на раз тебя вылечу. Себя вылечи, дебил. Ты не паникуй, браток, из меня доктор что надо. Да я не паникую, просто, по-моему, вы какое-то невидимое говно прячете. Ты не паникуй, браток, из меня доктор. Я сейчас запаникую. Он жив, что ли? На ноги тебя сейчас поставлю. Так, держи аптечку. О, вот я одного вылечил, не то что вы свои какахи прячете. Что с тобой? Ну, почти вылечил. Ты не паникуй, браток, из меня доктор что надо. Зато теперь ты сможешь нюхать своего слоника. О, смотрите. Стоит он. Обними меня, друг, не отпускай. Извини, я опустил. О, наш босс. Хотя какая разница? Все равно, как остальные полетит. Помаши ручкой. Ништячок, выполнили все как надо. А это что, не обзорная вышка? Ладно, погнали. О, привет, ты кто? Ты знаешь, кто я? Нет.
я... Бэт... Сука. В общем, брожу я тут, аванпост захватил, короче, и вот что нашел. Я честно хз, что с ней такое, но мне кажется, это киборг из будущего. Смотрите, как эта тварь ходит. Мне кажется, у нее под копытами колесики. Изыди, демон. Кажется, оно пытается забраться на дерево и улететь домой. Что? Что ты сделал со свиньей? Я съем твой пятачок. Да уйди. Лол, смотрите. Оно меня преследует. Что ей от меня надо? Верни свинью. Сейчас починим. Ура, я тебя спас. Эй, засранец! Ты это что, мою стрелу спиздил? Ах, наконец-то. Ну, все будет по джазу, поехали. Так, прикнуться. Эй, чем занят? Тебя укрытиями пользоваться не учили, что ли? Что за паника? Ты какой-то чудной коллега. По бревну, наверное, муравьи пробежали, он их слопал. Окей. Окей. Двоих. Уайт. Привет. Бери левого. Левый в смысле, который слеп? Ва или который хреновый? Чё-то за телепорты, сука. Тебе чё, уже лень ходить, что ли? Борзая анальная дырка. Эй, как патрулируется? Всё. Сучий подрох. Что тут происходит? Всё. Окей, ты-то умер, я понял почему. А ты что, сознание потерял, что ли? Ты крови не переносишь, тряпка. Тьфу, бля. Вас как будто на барахолке покупали. Распакованные. Ты видел, что там произошло, а? Зайдешь потом на канал, увидишь. Чё? Ты, сука, не показывай мне такие фокусы. Один говнюк телепортируется, второй телекинезом владеет. Что вы за черти? Не, пацаны, я тут вспомнил, мне на гражданку срочно надо. Я попугая выгулять забыл. Смотрю я на этого христианина и не могу понять, что он делает. Он ведет себя как робот-пылесос. Ха, йоу, привет. Смотрю, давно ходишь. Чё, кого по дороге видел? Начнись ты уже наконец. Молодец. Иди, нахуй. Эй. Вы чё, суки, издеваетесь? И здесь какой-то бермудский треугольник. Так как мне к вам попасть, засранцам-то, а? Чё ворота-то закрыты? Эй, где вы там? Вы хотите, засранцы? Вы чё, попрятались там, что ли? Лол, смотрите, не один хочу их достать оттуда. Давайте, ребята, мы сделаем это вместе. А чё вы на меня не нападаете-то, а? Воу. Я ворота открыл. What the fuck? Причём вверх. Воу, надо протиснуться. Жизнь, боль. Ладно, это не проблема, ведь есть быстрые сохранения. Давайте попробуем еще раз, что ли. О, получилось! Отлично, мы внутри. Хм, на этот раз оно хорошо держится. Это не может не радовать. Привет, хулиганы! Ну чё, вскрыли вашу хату, ловите? Ну, где ты, гомункул? Откуда ты грозился меня там уничтожить? О! Ну чё, теперь не такой крутой, да? What the fuck? Получи, сука! Что с тобой, братан? Херуть их, пацаны! Все норм? Вали петухов! А, валить петухов? Козлина! А, даже так? Получи, сука! Лол. Кранты вам всем! Да, да, закопаем кранты. На, повали сучье. Петуха немножко. Вали актив! Да, вали. Аля, вали гадов! Шарики. Красные шарики. И проститутки тоже тут.
колоритненький райончик такой. Ух, нихуя ж себе. У этого инвалида аж две шлюхи. Слышь, а дай одну шлюху побра... Пожалуйста, не бей меня! Иисус милостивый, тут ёбаное чудо произошло. Походу, это где-то здесь. Да. И чё, мне в это болото прям нырять, что ли? Блин, ради 500 евро-долларов пачкаю свои штаны за 40 гривен. Здрасте, блять. А вы рыбу тут ловите, да? Извините. Ёб твою мать, как так-то? Молодые люди, это нахуя? Это инсталляция какая-то, что ли? Упала гнида. Уровень похуизма легендарный просто. Ты хули физику игнорируешь, а? Падай давай. Бля, да не я, сука. Чё, блядь? Чё, блядь? Чё там? Чё за хуйня, блядь? Ха-ха-ха-ха. У меня сегодня настроение пошалить, так что... Хитман сегодня без пряника. Ч-ч-ч-ч. Ты всего лишь биомусор. Эй! Какого хрена? Ни взад, ни вперед! Да... Что за бездарный хитман? Задуши эту лавочку, лысый, бля. Тебя лавочка поимела. Генетическая ты хуйня. О, смотрите, как он встал. Ты хуже гопника. Если бы я у себя во дворе так ногу опрокинул бы на лавочку, то меня бабки за гаражами бы отпиздили. Эй, челядь! Позовите кого-нибудь. О, офицер. Помогите, пожалуйста, я тут нашалил. Я не знаю, что за хуйня происходит, офицер. Тут, походу, стул был покрашен, но таблички не было. Да-да, стреляйте, убейте меня, офицер, я хочу с этим покончить. Ты вообще не попадаешь, взбодрись. Я понимаю, ситуация нештатная, но ты должен с этим покончить. А, все, офицер. Кажется, я стал метагопником, который постиг дзен. Пип-пип. Заводись, травожуйный. Нам еще в одно место надо успеть опоздать. Поехали. Что это за хуйня здесь? А, я помню это место. Мы тут... Блядь! Что? Лошадь! Что за мистика, поебистика? А! А! Горю! Горю! Бедный конь. Это была моя любимая тварь. Жалко Виктора. Надеюсь, ты попадешь в загробный мир и будешь долго и верно служить Фредди Крюгеру. Так, блядь, откуда здесь огонь? В этой ебуть... Блядь. Когда человек подходит с оружием наготове, не мудрено занервничать. Да, в принципе, понятно. Я понял. А что делать, когда оружие без человека подходит? Что это за штуки шайтана? Чё, не нервничать, блядь, что это такое? Что это за херня? Вы кто? Капец, он спрятал. Как не попал? Слышь ты, жопоголовый, думаешь, это укрытие спасет тебя от моих подзатыльников? А... Мне кажется, его корешам не понравились наши нежности. Так, а чё дальше? Я по-прежнему без патронов. О, тебя что, тоже полоскать, да? Подожди немножко, сейчас я этот комок морепродуктов оживлю, и мы тебя вместе полоскаем. Ты гнида, не втерпёшь тебе, да? Давай, дорогая, помоги! Ладно, это было немножко, скажем так, необычно. О, спасибо! Хули ты тут летишь, не, а? Думаешь, у тебя все нормально? Гусь тоже думал, пока вода не закипела. Так, а что дальше? А, кака. Все, дорогая, дальше ты сама. Слишком много смелости для одного дня. Как здесь бьютифульно, пацаны. Если даже... Воу! Что за дерьмо? Мне плохо, что ли? Чё это за трюки? Ребят, проверьте температуру, кажется, мне плохо. Что за... Нафиг. Воу. Один мушкетёр вырвался. Да что тут происходит? Странные лошадки. А когда там велосипед придумают? Скоро, нет? Бля, чё, всю жизнь пешком?
А теперь погнали наверх. Может, хотя бы я до двери ее дотолкаю, а там уже посмотрим. Давай. Что за странные карусели? Вперед! Вау! А как я сюда попал? Кошки-пирожки. Давайте выбираться из этого дерьма. Опа. На сегодня мне хватит. Давайте ее уберем, чтобы не мешалось. Не понял. А что, у меня во дворе зыбучие пески, что ли? Помогите! Я слишком уязвим. Мне могут аборигены в рот дать. Фу, бля. Я все же это сказал. Еще хорошо, что здесь Васа нет, он любит говорящие головы в песке. Блин, я не могу эту чертовщину отпустить. Давайте я задницей в воду зайду, может тогда он ее... О, это свобода! Наконец-то! Ой, подождите. Кажется, у меня по-прежнему проблемы. А-а-а, ну и насрать. Давайте жить дальше. Не нужно зацикливаться на каких-то мелочах. Сейчас я костер разведу, согреюсь. Все же хорошо. Ну а с кострами теперь поаккуратнее надо, а то можно ебальник себе поджечь случайно. Ладно, я пошел нюхать кроликам задницы. О! Ну ладно. Но я все равно нюхню, когда будет возможность. Тихо, ребята. Тихо. Не свистите ноздрями. Сейчас всех расколбасит. Чш-чш-чш-чш. Спи, малыш. Спи по-русски, сука, сказал. А ты чё единственный в маске? Наверное, лицом не вышел. Так, чё тут у нас? Питер, ладно, потом прочту. Пойдем, твой друг тебя согреет. О, Иисус Христос! Куда ты пошел? Что происходит? Мне нужны подробности, детали. Я понял. Кажется, он в эту бутылку влюбился. Давай! Ты же самец! Засади этой бутылки от кулера. Давай. Дай ей в горлышко. Рвитесь в клочья! Лепота. Какая лепота. Вау. Заверните мне еще два таких с собой. Пошла волна. А, правда, она какая-то дешевая. Ну и так сойдет. Подождите, секундочку. А куда мы летим? Нет, серьезно. Куда мы летим? Мы же покидаем пределы карты. Что происходит? А ну-ка. Куда мы летим, мать вашу? Мы по-прежнему летим. Да. Пилот по-прежнему в трансе. Я по-прежнему хочу убивать. Вот, кстати, мы сейчас врежемся в землю. А. Нет, мы прошли сквозь текстуры. Все нормально. Полет ровный, держим курс. Проведем предполетную подготовку? Давай. Да ладно, давай взлетать. Ну как скажешь, правда, я еще не летал на салолетах здесь. Падаем на брюхо. Неплохо. Ага. Я же говорю, погоди. Что ему можно довериться. А как тормозить? Пропел? Просто сядь осторожно. Да, осторожно! Конечно. Блядь. Очень осторожно. Ёб твою мать, я бы сказал ювелирно! Я самолет просрал! Женщина! Ты там одна! Интересно, ее ничто не смущает. Например, такая мелкая деталь, как отсутствие пилота. О, самолет. Отлично, не все потеряно. Сейчас мы ее догоним. У-ху, прямо в кабину. Ёб твою мать. Что за... Я тут подумал, оказывается, я не так уж и плохо вожу самолет. Точно, у нас там баба в воздухе. Клади свою волосню на сиденье и погнали. Поехали. Поехали. Я прям сяду лучше сюда. Я тебя приобниму, ты не против? Не, я не против. В смысле ты сел? В смысле я сел? В смысле ты не против? Я просто сел, тут сзади место есть. Ты сейчас на картонах сидишь.
Ну, в смысле, на я коленка. Сел норм, удобно, вот я вижу свои ноги, а только тебя... отражу почему-то. Вот что он хочет? Что хочет? Отдай мне Марина! И для чего тебе транспорт был нужен, мудила? 3 метра просто проехал и вышел, чурба. Это интеллект 2018 года, просто я в ахуе. Смотри, груз, груз. Мама и папы. Вот на квадрике мы сейчас заедем прямо туда. Слушай, а на квадрике мы сможем прям туда заехать. Да, прям? Ну, бля, я чё, на французском это сказал? Ой-ой-ой, пролагивать. А где рампа? Вот она. Вот. У меня её нет. Ты в воздухе. Вот и заехал по ней. В смысле, по ней? Она мне поебалу дала. Погоди, я заеду прям максимально. Или так норм? Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. О, 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 я проехал через коробки. Мне плохо. Ой, ой, чувствую жопой, сейчас произойдет что-то очень нехорошее. Я прочистился! Я за коробкой! Тут пустое пространство! Я попробую открыть! Что, блядь? В смысле? Сейчас будет фулл пати, погоди, давай. А, чё он меня отбрасывает? Вова-чума! Где я? Я в воздухе где-то! Бля, я ща блевану! О, вот это флип! Где, я еще в Far Cry или нет? Подожди, дай я подчеркну. Я заблудился, где прицеп? Где? Медведь! Пиздуй с дороги! Прицеп накрыло жестко, рампука наебит! Чуваки летают, что происходит? Медведь горит! Медведь, какая-то аномалия, что ли? Что танцует? Где гравитация? Сука, кто ее отменил? Стой, твою мать, что происходит? Именем закона ты... Тёма, у меня очень печальные новости. У тебя есть покрывало с собой? Что? Что это? Это река или жертва разработчиков из беседки? Это по-вашему так река должна выглядеть, да? Я... Может, реку нужно отдельно в магазине покупать? Я не знаю просто. Просто скорость течения у этой реки, как скорость умственного развития батона, что у меня на кухне. Ебать мои глаза, что это за дичь дичайшая? О, чё надо? Я тут анализ воды произвожу. Ни хера себе снаряд прилетел! О нет, злая собака! Ай! Ай! Мне надо спасаться! О, вот еще один. Молчи, сука, мне лень субтитры читать. Чё? Давай биться, ящик. Эй, мистер храбрец. Вы где-то храбрость просрали, мне кажется. Может, тебя моя броня пугает? Я могу ее снять, мне несложно. Эту игру, блядь, роняли, что ли? Ой, ты мой Карлсон тупорылый, ну нет у меня варенья, вали отсюда. Ай, блин, они уже внутри, добрысь отсюда, мудилы. Воу-воу-воу, полегче. Ты чё это, ты? У тебя чё, передоз, что ли? Пора с химией завязывать, слышь? Не дёргайся, я из тебя сейчас всё вытрясу. Блин, он дёргается прям как я, когда учился плавать. Воу-воу-воу, это чё за вертушки? Это ты что, на меня наезжаешь теперь? Воу, камон! Расслабь свою мускулатуру. Эй, стой, я хочу кое-что проверить. А, нет, ты нормальный. Вроде не танцуешь. Видимо, кукла Вуду этого парня сейчас стирается в машинке. Давай, коробка с болтами, быстрее! Ну, мать вашу, куда вы лезете? На! Лови оленя! Не тут-то было. Ща, подожди. На, бля! Фак, загорелся. Чего? Где взрыв? Где взрыв? Что это за китайский чпуньк? Ну все, полетели. Иисус Христос! А что у тебя с рукой? А что с ней? А как бы ему это сказать? Она капец какая длинная. Это баг какой-то, у меня все нормально. Это ненормально. Кажется, его богомол трахнул. И он начал мутировать. А, нет.
Кажется, его дрочило укусил. Да, офигенно просто. Знаете, обычно прячутся в укрытие, чтобы сберечь свое очко, но мне кажется, у этого мужика на этот счет свое мнение. Или ему просто захотелось острых ощущений. Порисковать жопой, так сказать. Хотя он же сидел, он недавно из тюрьмы. Возможно, он там все проблемы жопой вперед решал. Ай-яй-яй, братец, не ожидал от тебя такого. И эти светят лазер, свои в штаны убрали. Пидорони мадагаскарские. Схуя ли нас засекли, жопа ты широкая? Тебя может, а? Я и задом заехать могу. Всё. В нее немножко постреляли, но для тебя это пустяки. Черт, я никак к твоему лицу привыкнуть не могу. Ты помойся, я не знаю, а то как будто всю ночь имбирь копал. Ей-богу. Хотя, забей, у Леди Гаги примерно такой же макияж, и ей все норм. Что? Эй, скриптоделы, вы слишком рано ворота закрыли. Нико, он не может выйти. Это карма. Это 100% карма за мои оскорбления. Ладно, ладно, я выучил урок. Открывайте гараж. Гнида. Более отвратительного места для базы и придумать нельзя. Ни единого магаза на целый километр. Небесная вертушка! Спутники видно, 2 центра переподготовки. Порошок стер, что ли? Там снайпер засел, гнида. Плохая идея! Что? Мать твою! Плохая идея, даун, гранату себе под ноги бросить. А когда это, блядь, хорошая идея? Иду, иду. Не разбегайтесь. Рот закрой. Я думал, веселье более продолжительным выйдет. Кто стреляет? Кто? Откуда пальба? Ты где? Что за... Где он? Он здесь! А, он там. Спасибо. Вот, вижу. Ты как там оказался, щенок? Чё такое? Ты там подрочить спрятался? Бегом, бегом! А, ты бежишь. Отсюда непонятно, извини. Двигаем! Двигай, двигай. Вот туда двигай. А ты туда. Смотри, как легко вылетел. Как сосиска из булки. Сейчас и всех друзей твоих подключим. С друзьями-то оно веселее всегда. Да? О, смотри, какая тусовка. Юху, веселее. Да. Висите, как бухие спайдермены на заборе. Давайте, слезайте оттуда. Какого хуя? Почему они орут? Они же все мертвые на земле лежали. А вот и машина. Сейчас покатаемся, говорят, кибербаг пофиксили немножко, посмотрим. Ну, пока ничего необычного не вижу. Пойдемте посмотрим, что поменялось. Кабум! Как еще согреться в этих холодных краях, если не взрывами? Че вы там бормочете, а? А, я понял. Умер. Второй? О. Вы где? Вы где? Че-то у меня появились подозрения, что они где-то здесь. Вау! Вот это тусейшн. Здорово, псина, чё там, дышать нечем внутри, да? Твою ж за ногу. Хули бы в камень нырнули, а? Рты закрыли, фраеры ушастые. Слушай, их я не могу убить. Сегодня, видимо, не твой день. Извини. Давай ты просто ляжешь и сдохнешь. А через камень отсосать не хочешь? Ты думаешь, я все варианты перепробовал, а? Ай, плохой вариант. Его даже огонь не берет. Ну тебя нахрен, чувак. Пожар! Пожар! Да, ты серьезно? То есть до этого я тебе песни пел. Я чё, на полу спал? Хоть бы раскладушку дали изверги. Опять это дерьмо. Неважно выглядишь. Плохи дела. Это я типа неважно выгляжу, да? А хуль я на полу спал? На себя посмотри. У тебя явно же погрызы завелись.
Так, извини, мне нужно себя вылечить. А то ты как хуй смотрел на меня, как я валяюсь с простреленной ногой. Ты еще не напрыгался? Фига себе. Послушай меня, яйцетряс. Тебе бы в мультике с такими движениями, братан. Так, где мы еще не были-то? Что за дверь? О, где? Бабуля, ты что в этой каморке делаешь? Наркотиками здесь барыжишь, наверное, да? Что-то за место шайтанское такое. Сейчас мы проведем небольшую инспекцию и проверим весь твой товар. Чё ты бормочешь? И почему у тебя такое эхо? Тут же каморка маленькая. Так, начнем с рыбы. С каких... О, что-то было. Ну-ка. Срань господня. Я на чердак протиснулся. Как это дерьмо объясняется? В этой игре прыгать опасно. Можно башкой в потолке застрять. Отлично. Собственно, вот я и застрял. Анализ ситуации. Статус ситуации жопа. Что в славянских текстурах застревать, что в загуборних ощущения одинаковые. Кайф непередаваемый. Ого, карта большая. Так, значит, я нахожусь здесь. Что мне делать? Нужно свериться с дневником. Но я, в принципе, все по инструкции сделал. Кажется, зима близко. Самолеты на юг летают. Надо шапку купить. Что случилось с этими ребятами? Почему они жестами общаются? Либо они в бою контужены, либо они гранату с хлопушкой перепутали. Извините, а у этих двоих оружие тоже настоящее? А за тех ли я воюю вообще? Что это такое? Это похоже на завтрак владельца 10-го айфона. Чего здесь происходит? Что они там увидели? Лол, люди, это просто стена. Воу, чел руку в портал засунул. Вау. Действительно, это пятно настолько завораживает. Я смотрю в нее и вижу, что оно сухое. Ладно, ребят, если что, это не я, окей? Окей? Все, бежим, бежим, бежим. А, погодите, они желтые. Им что, пофигу, что ли? Им что, насрать, что ли? Или это потому, что никого не убил? Так это несложно исправить. Все такие зашуганные стали. Эй, мужик, ты от кого спрятался? От меня, что ли? Куда он смотрит? Тебе мои ботинки понравились? Лол, что он делает? Ты что делаешь? Нет. Нет, прекрати, на нас смотрят. А, чё? Прекрати, мне начинает нравиться, прекрати. Не останавливайся, пупсик. Да, ты знаешь, как сделать приятно. Эй, ты пушкой-то не маши. Для разговора она не нужна. Но я почти все. Оружие спрячь. Ну ладно, окей. Да говори уже. Чё? Фак, он какой-то странный. Ну, привет. Пока. Так, мы куда-то пришли. Так, катсцена пошла. Куда он смотрит? Что он делает? Чё? Он невидимку за хер схватил. Что за... Тихо, 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 Бэт! Что за нахрен? Это Бэт. Почему ее не видно? Боже. Это что это? Ты только погляди. А, окей. Окей. Хотя, знаете, у меня фантазия богатая, я сам дорисую. Не, я серьезно, я такой пиксаровский персонаж за бубенью, что ее будет не отличить. О, смотрите, на нее появилась. Ты нам больше не нужна, мы тебя заменим CGI графикой. Все, я решил, собирай манатки на выход. Нормально. Это я. Боже.
И чё? Сейчас ты умрёшь. А, ну вообще такое кто мне давно этого обещал. Но пока что и никаких движений в эту сторону не вижу. Что ты там, хлопец, яблоки себе покупаешь? О, давай, давай, делай мне больно. Я хочу страдать от твоей руки. Ну, о, ты зашел, это уже прогресс. Давай. Ну вот, я его потерял. Ты что, дебил? Так, с лутом покончили. Баба. В битву! Ты глупый или что-то? Мне кажется, ему стоило уточнить, в какую именно битву он собрался. Собираю невидимки какие-то. Если бы не загуглил, то в жизни не узнал бы, что это обычные шпильки. Шприц пустой поднял. А где Нарик-то? А, кажется, кто-то недельную дозу себе впендюрил. Так и шо, я все обошел здесь, да? И куда мне теперь? Сюда, может быть? Нужна ключ-карта. Взломать. Чё? Это у меня... я шутку запорол, сука! Пульт от Лады хотел пошутить, ёб твою мать. А, ты ещё кто? Керамический еблет, отвали! Я и так при смерти, сука! Чебись, ещё и ты тут! Чё там? Ты серьёзно? Да нихера себе, он ручкой пользоваться не умеет, походу. Тебе закрытой дверью срать противопоказано, ты можешь в туалете сдохнуть. Смотрите на него. Делает вид, что ищет меня. Пойду дам подсказку ему. А! Не особо помогла ему моя подсказка, он сильнее запутался. Пойду дам ему более очевидную подсказку. Ау! Согласен, тут уже я снаглел слишком сильно. Ай-ай, чё, отстань! Оставайся там, умник. Я вернул тебя домой! Смотри, через дверь меня бьют, длина руки какой, а ну, камон, выходи, думаешь, я долго терпеть это стану, давай. Ща, я разденусь, сейчас вообще звездец будет, камон, давай нападай. Прием бумеранг, сука. А это небольшой бонус лично от меня. Пойдем, я тут неподалеку труп Нарика видел. Он-то тебе составит компанию в загробном мире. На, тусуйтесь. Чё, блядь? Чё? В смысле? Чё это было? Он же мёртвый! Написано мёртв! Ну-ка, повторим эксперимент. А можно мне срочно отсюда выйти? Здесь какой-то лагерь? У нас... С пёсиками. А! С плохими тварями! Фу! Отставить! Это приказ! Пожалуйста! Не пожалуйста. Как царь все разрулил. Так, что вы тут охраняли от меня? Буено. О, что? Вы дохлые или живые? Или что-то среднее, как я? Эй, вставайте умирать! Что за мистика? Этот еще и шевелится. Ты, блядь, ни живой, ни мертвый. Ты хули такой неопределенный? Я, конечно, крепкий и малый, но... Мне кажется, от этой игры я хапну передоз багов. Ву. Охереть, они исчезли теперь. Что? Что? Падре Сатания Спиритус, извини нахуй, пожалуйста. Так, что тут можно взять вообще? Опа! Тут у нас тихий час, что ли? Я не понял. Или вы просто очень уставшие, раз не слышали, как я перебил целый город? Вы в курсе, что вы тут последние живые? Да им вообще все похую, я смотрю. Взгляните на нее. Спят в тулупах каких-то, как бомжары, блядь. А! Вы чё? Не будите их, говнари! Да и вообще насрать! Слышь, бля, мистер, ты сигналы попутал. Я предлагаю честную дуэль. Ну-ка, встал быстро. О!
Я не секс предлагал. Ну да, я иду нахер. Абсолютно, полностью. Почему я не умею так отключаться? Это же очень удобно. Подъем, сука. Ой, а мне кажется, он не сдох. Я почему-то больше склоняюсь к тому, что он просто продолжает спать. Да хер с вами, господи. Все, теперь все сдохли. Но я считаю, что бой был равный. Да, не спали, но... Тут же 3-1, блядь. Стой, чужак. По кодексу Малаката эта крепость принадлежит оркам. Какого Малаката? Твоим сородичам сюда хода нет. Слушай, я не знаю, что я въебал, что стал разговаривать с бревнами. Но можно я просто пойду дальше? Проходим, не пялимся. Лол, он какого хрена разговаривает, я же его грохнул. Эй, дядька! Заткнись, ты не можешь разговаривать, это неестественно. Бля, сейчас рядом с трупом спалят. Офигеть, что за дела? Опа. Блядь, что у этого солдата с рукой? Вы что, тут все наркоманы, суки? Хитман, куда мы попали? Сдохни, бледина. Ошибка природы. Отлично, нас спалили. Бежим. Уйди. Нет, ай, блядь. За что? Это потому, что я лысый? Держи, заслужил. На, еще контрольный. Все, я спрятался. Разберитесь с вашими фриками, меня здесь нет. Это наш клиент. Эй, привет, братишка. Как дела? Как смена? Как жизнь? Как жена? Вот и поговорили. Он был слишком рад нашей встрече. Кажется, у нас проблемы. Братан, тебя трясет. Что происходит? А, он дубинку не может убрать. Бля! Тебя неудобно уронить, сука. Что за приколы? Все задание к хвосту под кот. Потанцуй со мной! А-а-а! Я неуравновешенный, нахуй не бодайся со мной, сука. Я тебя так отхуярю, что у тебя даже в органы никто не купит. Покойся с миром. Hasta la vista, baby. Как два пальца. Изи. Ох, ебаный, ладно, я поскакал нахуй отсюда. Отлично, ну и вали отсюда, пузатик. Шерстяное облако. Да что ты никак не поймешь-то, а? Опа, а что это тут у нас? И ты моя бедненькая, ты как тут вообще очутилась-то, а? Эх, дорогие разработчики, зачем вы заставляете меня таким варварским способом устранять за вами баги? Стой, тварь. Все, как будто и не было бага. Эх, я прекрасен. Миша, ты чё, охуел? Я тебе сказал, это мой мед. Отправляйтесь на завод Голиаф. Там получите дальнейшие распоряжения. Этот голос... Этот самодовольный голос зомби. Его ни с чем не спутаешь. А координаты? Скажи, что у нас есть координаты. Чё? Она в вакууме, блядь, что ли, я не понимаю. Если на этом заводе Голиаф действительно запрятана... А, но мы ее поняли, все нормально. Там наверняка можно найти филтритовый сердечник. И даже не один. Читаешь мои мысли. Приходится, блядь, дура ты конченая. Что? Тебе что-то мешает меня пристрелить? Да ну быть не может. Эй, ты куда? Я думал, мы подружились. Пойдем назад, я недостаточно над тобой поиздевался. Братан, я тебя вижу, ты хреново спрятался. Что за фигня? Не бойся, я не хотел тебя напугать. Успокойся, сядь на место. Какого хрена? Летающая плита? Я много багов повидал за свою ютуберскую жизнь, но это что-то новенькое. Левитирующая плита с духовкой, ёб твою мать. Чё такое? Тебе что, ебало отредактировать, что ли? Ты больше никому не интересен. Нихера себе. Да ей вообще все пофигу. Тогда может мне на нее забраться? Уху! Полетели!
Посмотрим, где я буду через пару часиков. Если, конечно, меня потолок не раздавит. У-ху, потолок не преграда. Давай, вперед. Ай-яй-яй, нет-нет. Нет. Нет, сучара, что тебе надо? Иди сюда. Братан, это уже как повезет. Помоги мне достать эту штуку. Схватись за нее. У тебя очень плохая физподготовка. О, урна. Закружи меня в грязном танце. Да ладно, никого не задел. Ты чего? Ты какого хера взлетел? Ты что, за час вышелся, что ли? Ага. Марить на него, он фоткает себя. ЧСВшное говно. По-любому своей тёлке сейчас отправляет и такой типа: ух ты, я баганул, дорогая, а меня мормок в видео вставит. Вум, дэрэээ, вум, дэрэээ. Вот еще один. Да вы чё? Я, блядь, и то меньше, чем вы по этому городу летаю. Спускайся. У тебя информация по твоему росту неправильная. О боже, нет, не кончайте жизнь самоубийством. А, даже так. О, излечился. Братан, иди сюда, дам автограф. А, за что? Вы перешли все границы, юноша. Ай-яй-яй. В следующий раз буду бить линейкой по члену. Бля, да что ж вы все такие контуженные тут? Стойте, сеньор, не двигайтесь, я Спайдермен спасу вас. Сука, намочил свою паучью попку. Какого хера с этим городом происходит? Секунду, сэр, я вас не оставлю. Сейчас что-то придумаем. Например, паучий блоужоп. Не, не сработало. Но мне было приятно. Не бойтесь, сэр, и не сдавайтесь. Я вытащу вас отсюда любой ценой, даю вам паучье слово. После смерти дяди Бена я дал себе клятву, что буду помогать каждому. Но тут я абсолютно бессилен. Извини, я ничего не могу сделать. Стойте, блин, я вообще к мосту шел. Бля. Этому городу нужен новый герой. Извините, не поймите меня неправильно, но я хочу отсюда съебаться. Сударь, ну ёбаный забор, перестаньте тут ходить. Ой. Что это, блядь? Фидрён Матрён, какого хулио? Какого хулио, Педро? Ты как свой зад припарковал? Что с твоей навигацией, брат? Ой, господи, умри, мерзость. Теперь ты черепашка ниндзя. Бесплатные органы. Как тут все стерильно. Вы посмотрите на эти стены. А лестница какая? Нанотехнологии какие-то по-любому. Так, у нас тут есть неведомая зверушка. Чё мы тут делаем? Комп не работает. Я не компьютерный мастер, но попробую его включить, что ли. Ладно, сынок, я готов с тобой сразиться. Эй. Да вы чё меня все игнорите, хорош уже, ну? Эй, ты лошадиный бульон, я с тобой разговариваю. О, ты нахера монитор разбил? Ебать, ты опасный псих. Изолируйте его к черту. А это чё припёрся? Слился, бля, отсюда. А, не трогай меня, ненормальный, отстань. Подожди, мне надо дверь открыть. Все, спасибо. О, охереть ты бурный, смотри, эти мониторы не сломай. Еще не остыл уголек в заднице, а если так? Какой нежный подзатыльник. Хули ржешь, кастрюля? Какие у них блестящие сапоги. А ну-ка, дай сюда. Разуваемся, пожалуйста. Что за... Бля, снимей, сука! Дай хотя бы один, тварь! И... Бэмс. Еще разок. Ой-ой-ой-ой! Эй, инвалид, балансируй там сзади. Приехали. Еще сейчас делать почти же все получилось. Прочные ворота. Ты шутишь, что ли? Это прочные ворота, Вася. Так, ладно, кто не рискует, тот не пьет из капельницы. Вперед, родимая. Вау, что-то как-то легко. Но мы что-то не доделали. Уху, мы зашли, сучки. Ну а где разбор?
Ёб твою мать, что это было? Что с машиной? Чё, по щекам никто давно не заезжал, что ли? Ладно, прости, я погорячился, пупсик. Что, продолжить? Чтобы победить в схватке с несколькими врагами... Охуительный совет. Что бы я без них делал? Так кто мучит здесь-то? Опять эти бухие психи. Чё тебе надо? Бухай отсюда. Что у неё с носом? У него нос потёк, блядь. О, ну что, твари дорожные, теперь это совсем другой разговор. Разошлись все, у меня балкон на колесах. Можно и кофе спокойно утрецом на балконе выпить, и на работу не опоздать. Ай-яй-яй-яй! Нихера себе равновесие. Не понял. А что не так с этим хакером? Эй, хакер, на балконе прокатиться не хочешь? Как хочешь. Давайте попробуем его убить. А-а-а! У него чит на бенни-хоп. Бляха, муха, в муху попасть и то легче. Стой! О! А, не. Черт. Чтоб ты так на мой щекотун прыгал. Чё? Нет! Серьезно? Что? Меня унизили настолько, насколько это возможно. Мое бытие меня удручает, господа. Все капканы пустые. О, хотя бы вот этого поймаю. Эй, тебе чё, одной мало, что ли? Нихера ты жить хочешь. И две стрелы его не берет. Ты не возражаешь, если я еще раз попробую? Да ты чё, сука, бессмертный, что ли? Да стой ты! Ебать, ты загадочная хуйня. Ты, блин, уже на дикобраза стал похож, посмотри на себя. А ящер, в тенечке хочешь сдохнуть? Ну ради бога. Давай покончим с этим дерьмом. Ты, колчан ходячий, верни мне мои стрелы. Верни, сука, что у тебя за корпус? Слышь, говно ползучее, иди сюда. Будем решать проблему традиционными способами. Стой, стой, стой. Далеко не съебывайся. Люблю этот звук. Все, умер. Он... умер. Я не верю, бля. Мне кажется, эта хитрая хуйня притворяется. Перезарядка! Прикрывайте товарища! Поливаю свинцовым огнем. Ну да, извините, это максимум, на что способна эта пушка. Ого, какой жир! Сколько здесь сладостей. Эй, ты там помогаешь, нет? Давай, давай! Нужно им всем разорвать бушлаты. Блин, да что за звуки? Стоны какие-то. Откуда они? Я один их слышу, что ли? О, это отсюда, походу. Чё? Это что за подпольный клуб каратистов? Алло, мужики! Я просто в шоке, какой у вас тут смертельный поединок. Ты погляди на них. Дебилы, бля. Вам чё, каску снесло в юности? По стонам можно подумать, что тут проходит состязание по тому, кто больше выстрелит из себя говна. Ну, чья возьмет? Чё-то никакого прогресса, пацаны. Сколько там времени? Уже 8 вечера, вы еще сколько планируете драться? Ого-го! Прогресс пошел! Первые результаты 10-летних тренировок! Меня-то зачем я зрить? Ах ты, сука, думаешь, я тебе психу, что ли, а? А, да, приятель, прикинь, у меня ровно такая же хуйня была. Да, неприятно. Ты это, держись. Смотри, на тебя курица нападает. Тебе бы с ней для начала разобраться. Коварные эти существа. Слышишь? Их тут две. У тебя большие проблемы, приятель. Чувак, я ухожу. О боже, что же мы тут натворили? Я ничего не знаю, но мне уже стыдно. Это я делаю? А я могу свистеть. Пойду похвастаюсь своему напарнику. Эй, ты. Эй. Шлюха.
Он может услышать другой свист, если дать ему ногой в ухо. Ладно, заткнись, это уже даже не забавно. Я хочу себе это тело. Я рядом с ним выгляжу рельефнее. Нужно положить его дома рядом с шкафом, чтобы у меня был стимул качаться. Ну что так сложно упасть на мешки? Это ж деньги, хуело. А сейчас начну паниковать и порву рубашку на себе. Что? Я на открытый люк наступил, что ли? В этом по-любому замешана мафия. Как же ты не понимаешь, что мне не нужен напарник? Фак, я неправильно шкафы поставил. Нет, тупик! Тупик, спрыгни, дебил! Окей. Видимо, я его испугал своей самцовостью. Он что, не хочет ко мне больше идти? Ты меня здесь достать не можешь, что ли? Не выкобенивайся, иди сюда на ковер поговори. Шо, такой здоровый и опасный, да? Смотри, какой я дерзкий. На, получай, шо теперь ты мне сделаешь, а? Чирикай отсюда. Ой, братан, как плохо, осечка, братан, давай попробуй еще раз. Куда пошел? Я сейчас быстро с тебя весь допинг вытечет. Ай, согласен, тут уже ясно оглел немножко. Ай-яй-яй. Вот это он мне зарядил, как там кровь из носа не течет. Челка нормально? Дайте цитрамон кто-нибудь. Тут, кстати, на углу какая-то фотостудия есть. Надо будет и сюда как-нибудь заглянуть тоже. Блин, а может сейчас зайти, раз уж я рядом. О, сука, в поворот не... Что за пи... Блядь! Что это было? Еще и весь костюм обосрал. Пошли фоткаться. Оп, не попадешь, суставы работают, все нормально. Ну, давай мы с тобой еще поиграем. Поиграв немножко с этим дебилом, я понял, что он либо косой, либо он не любит насилие. Ну вот же крыша виноси... Стреляй в шифер, сука! Ты что, родился при чихе, ублюдок? Ну, давай, стреляй, мы в тебя верим. Ты меткий парень, у тебя все получится. Ты безнадежное говно. Ладно, сегодня я добрый, я тебя убивать не буду. Я только заберу все, что у тебя есть тут. Полезные. Ой, я опять пивасика выпил, это случайно. Так, что еще есть у тебя, тетя? Здесь. Что ты творишь? Давай, проклятое чудовище! Делай то, что ты все время делаешь! Давай! Тетенька, вы меня пугаете, что вы хотите, чтобы я сделал? Ну ладно, не знаю, что делать, танцуй. Я тебе станцую, мне не сложно. Я еще могу ягодицами пошевелить. Посмотри, они шевелятся, да? Смотри внимательно. Ладно, ты, видимо, не этого ожидал от меня. Я пойду. Будь ты проклят! Продолжай! А, их слишком много! Мне надо куда-то забраться. Это что за кошак? Это что за подмога такая конченая? Что? Брысь! Что за хуйня? Брысь! Уберите этого демона от меня! Нет, не спущусь. Иди лесом. Кошаков своих утихомирьте для начала. Ты чего? На тебя мухи напали, что ли? Или это ты типа в меня метишь сейчас? Ну, я тебе так скажу, меткость не твоя стихия. Ну-ка, если так, бей по ногам. Эти ноги пинали все, что двигается. То теперь, когда ты меня легко можешь топором достать, ты метаешь копья. Логика тоже не твоя стихия. Ша-ша-ша-ша, куда-то вы все? Нашли брешь в моем идеальном укрытии и поползли, как крысы. Пошел нахуй, туфлю входа не забудь. Я вас всех по-спартански кикну отсюда. Без документов нахер оформлю. Ну так что, остались мы вдвоем. Олимпиада, мамина помада, папины трусы. Раз, два, три. Давай, парниш, сконцентрируйся. Мы в тебя верим. В тебя верит мама. Давай, ты можешь попасть. Да ну, я устал. Давай нападай, щенок. Дай мне накопить немножко маны, я тебе помогу отсюда спуститься. Еще разок. О, почти заполнилось. Давай еще.
Осторожно! Здесь нет перила. Тьфу, блядь. Как же все-таки хорошо здесь. Вы посмотрите на эту воду, на эту природу. Здесь все прекрасно. На эту фауну. Смотрите, там медведь спит. Медведи. Блять, что за хуйня? Лол, что за лабиринты? О, кот. Кис-кис-кис, иди ко мне. Что с тобой? Ты живой, братан? Братан. Ты сломан, ты в курсе? Может, он умер, его сейчас ветром сдувает. Может, его покормить? Эй! Дебил, сука. Ох, я тебя сейчас налови горячую. Положи в карман и уходи. Ноль шансов вообще. Ноль, пацаны, шансов, уходите, зеро. Извините, но тут вам ничего не светит. Где ты? На. Поднеси к уху, и ты услышишь шум морга. О, привет. А чем это ты тут занят? Ты дрожишь. Тебе холодно? Что случилось? А, я понял. Он сюда прыгнул, но не знал, что здесь вода. Он воды боится. Трахал уже. Слушай, а тебе не говорили, что ты слишком много болтаешь? Теперь понятно, почему ты строил машину времени один. С тобой не... Перестань, пожалуйста, качать ноги. А, думаю, он по-прежнему забывает принимать лекарства. Ой, наконец-то я с тобой закончил. Спасибо тебе, женщина с неудавшимся лицом. Пойду поизучаю еще немножко местных тварей. Помню, я так говорил, когда в сельский клуб заходил. Вот-то, буль-буль. Я лечу. Что происходит? Что это было? Я парил. Я, знаете, разные баги видел, но этот один из самых странных. Так, лучше я с дивана слезу. А то, мало ли, я еще испачкаю свою обувь. Если вы пытаетесь понять, что здесь происходит, но у вас ни черта не получается, не парьтесь. У нас тут своя атмосфера. Привет! Здравствуйте. Лиза. Ализа. Вот ты где. А вот и Лиза. Господи, что с тобой сделали, Лиза? Она выглядит так, словно ее окунули лицом в Ирак. Ты цела? Знаешь, где домик администрации? Там рядом мой байк. Прямо сейчас ты туда побежишь со всех ног. Со всех ног? Только не останавливайся. Готова? Да? Беги. Это тот самый уровень похуизма, к которому я стремлюсь. Эх, ладно, попробуем еще раз. Сейчас вас настигнет смертоносная тень. Петушары. Кто-то есть? Что? Что это было? Это отсюда, что ли? Что с этими воротами? Ну, в другой раз. Ты дерзкий парень, ты ходишь по хрупкому краю. А, ёпта! Да ты совсем похудел, что ли? А, сука, пора пиздос тебе обеспечен! Ладно, ты же понимаешь, что мы оба погорячились. Все будет хорошо. Ну, это уже ни в какие ворота не лезет. Я обиделся. Я просто превращусь в пук шахтера и уйду отсюда. Добрый день. Извините, вы верите в баги? Давайте поговорим о багах. Я вас надолго не задержу. Быстрее, быстрее, быстрее! Он меня обходит! Херечь, он жирный! Признаков жизни у агента нет. Да, спасибо, что сказал. Так-то я решил, что он в штаны наложил, и не хочет, чтобы дерьмо расползлось. Игорь у меня просто ездит по карте, как будто статичная модель. Игорь, ну-ка посмотри на меня. У меня всегда приколы.
Ты понизил настройки вообще окончательно, что ли? Я, у меня, конечно, слабенький пол. Что это за хрень? Это, походу, то, что должно родиться у Капитана Америки, если он переспит со своим щитом. Ударил товарищ, я типа такой. Как думаешь, босс заметит, что я спиздил щит? Куда вы бежите? Я не понимаю, куда нам бежать? Я вообще не вижу точек. Я отключил мозг. Может, где-то завтыкал один. О, нашлось что-то. Он не вышел, что ли, через дверь, а дверь-то закрылась. Да ну нафиг. Сейчас мы его выкурим. Сейчас, погодите. У меня гаджет почти зарядился. У меня 14 секунд. Во, погнали. Хеллоу. А ты чё не вышел со мной сражаться? Твои друзья давно уже легли. Эй, дубина. Выходи со мной на бой. Я к тебе-то никак зайти не могу. Выходи, пёс, из будки. Он умер. Как ты, чёрт, а тебе в рот стреляешь? В душе не ебу, что с ним не так, но кажется, он уронил пулемет вместе с руками. Нет, это не манекен. Я подумал, это манекен. Да, должно быть, кто-то получил самый мощный подзатыльник в своей жизни. Так, давайте я переключу его назад на третий набор оружия. Ништяк, пошли. А что-то с ним? А что это с тобой, брата? Он либо пытается катер завести, либо у него ляжка жестко чешется. Отлично, он это делает даже когда по канату спускается. Ой, тяжеленная. Смотрите, какую бабу я нашел себе на вечер. Все, мне есть чем сегодня занять себя. Фу, тяжеленная какая, все, я устал ее держать. Ябу. Что это? Дай пройти! Это что такое? Алло, Ubisoft? Вы сюда простынь холостяка уронили. То самое чувство, когда ты долбоёб и не знаешь, по какому принципу эскалатор работает. Когда ты смотритель этого города, едешь 140 миль в час по ночному шоссе, и тебе в лицо летят мухи, и ты... Что за говно? Какие ты проблемы, офицер? Офицер, вы себя странно ведете, у вас все нормально? Да. И, видимо, я ему помог. Какие странные люди в этом городе. Хорошо, что я единственный нормальный. И этот мотоцикл не краденый. О, прикольный моцик, шалава. Пошла нахрен пешком, он мне нужнее. Убью тварь. Вот где они прячутся, я устал вас искать. Вау! Вау! Кто мобилу перевернул, нахуй? А ребята, кажется, тут прям сейчас происходит любопытное дело. Смотри, просрочка не агрессирует на меня вообще. Ну, точнее, он агрессирует, но соблюдает все ковидные меры. Это похоже на хоум-пати в 6 часов утра. Все бухие, хата разъебана в говно. Наверное, именно так я выгляжу со стороны, когда во сне бегу на месте. У него отказали обе почки. Ну ты шо? Подставщик купа, братки. Нечем стрелять. Не брат ты мне. Эй, лови! Ты чё, ладонь пёрнул и в меня кинул? Куда ты побежал, овечка? Меня оскорбляешь, но себя не показываешь. Ну этого лес заберет, я уверен. Фу, пес! Фу, я сказал! Нет, брысь! У меня костлявая задница невкусная. Вон, вот эту жирную ведьму сожри. Что-то, блядь, было. Она что, упала? Или она так себе еду ловит? Прыгая на нее. О, чё, ты еще живая? Наколдуй мне длинный хуй, тогда я тебя смогу поднять. Ребят, вы как-то уныло деретесь. Разве это драка?
Давайте я что ли вам попробую объяснить, как выглядит драка. Видите, уже кровь появилась, это уже хороший признак хорошей драки. Надо продолжать, я на правильном пути. Во-во, уже веселее. Понеслась жара! И башим все, что двигается. Ууу, веселуха! У тебя тремор, что ли? Что с тобой такое? Что за хуйня с ним? Он чем-то болел, что ли? Кажется, это вызов. Он бросил мне танцевальный вызов, сука, я выхожу на танцпол, держись. Ладно, я не умею танцевать. Уберем этот хаос, я же сохранился. Эх, и опять перед нами эти терпилы. Кстати, было бы круто в реальной жизни уметь сохраняться. Натворить что-нибудь, а потом загрузиться. А иногда такие дерзкие люди попадаются, что мне реально кажется, что не умеют сохраняться. О, ребята, мне скучно. Можно вам вписать? Слушай, не махай ты что-нибудь еще. К тебе хочу, там и махаю, понял? Тебе что-нибудь нужно, друг? А, да. Что это ты творишь, а? Въебал тебе по-дружески. Здесь я все обчистил, и я пошел. О, Что за нахрен? Ты под грибами или с тебя штаны падают, я не понимаю. Эй, что ты такое? И кто твой хозяин? Эй, не убегай. Хороший директор РЕН-ТВ. Теперь я знаю, как будет выглядеть гопник, если одеть его в костюм. Ура, он выпрямился. Это чудо, друзья. Да, теперь он труп. Но зато какой. Так, а чё стражники балду гоняют? Блин, как же здесь всё-таки красиво-то, а? Здесь растительность реальнее, чем у меня под окном. Ой, чё за... Пусти... И кусты, как гопники, у меня под окном. Кустик, кукустик, ты оху-ху, что ли? Пусти нахуй. Не, в смысле не нахуй, я по делам пусти, а? Блять, плотва, насри ему в шевелюру. Съешь его и обосрись где-нибудь по дороге. Давай, плотва, преврати его в говно. Бычий мех. Стой тут. Это что за нах? Одна магия да мистика вокруг. Ладно, плотва, не делай так больше. Не то я буду бить тебя локтем по яйцам. Так, ваши патроны, господа. Я на вас потратил патроны, так что будьте добры, верните мне их. Здесь чувак немного застрял. Давайте исправим этот баг. Помогите, перила есть человека. Не лось. Да ёб твою мать, мудила, вылезай оттуда. Ты ж, блядь, не застрял вообще. Вон твоя нога свободно болтается. Охереть, у него растяжка. Мне пришлось прибегнуть ко второму плану. Я лучше отойду, не хочу, чтобы мне в лицо человек прилетел. Бум, шакалака. Не сработало? Твою ж мать. Чтоб тебя... Да оставь ты это перило в покое, оно скоро блестеть будет. Он... Это... Это похоже на то, как будто у него штанина загорелась. Или как будто он пытается дрочить и отбиваться от стаи злых собак одновременно. А теперь он на море. А вот сейчас он нырнул за кораллами. Отлично. Он нашел себе друга, и теперь они наяривают вместе. Я просто хотел помочь, а в итоге устроил оргию. В сторону! У меня срочный вызов! Я доктор! Блядь! Ёб мне в жопу! Сорянте, мистер потенциальный пациент. Я, если что, медик. Так что, если нужна помощь, платите. Ой, зовите. Чмо? Понял. Хуило. Да простит меня Гиппократ. Ладно, поехали отсюда. Чё? Да... Ты достань его оттуда, положи его на попу, нормально, и мы поедем, алло. Сколько мне нажимать на эту кнопку, дебилина. Хогвартс сегодня закрыт, блять. Если у кого-то из вас с собой есть орехи, не стесняйтесь, вы знаете, что делать.
Или может кому гвоздь забить надо? Вы просто доску подложите. Ловите скорую! Шустрее! Я скорая! Что? Я скорая! Скорая тут! Все в порядке! Ситуация под контролем! Постойте-ка. Кажется, кто-то попался. Кэс-кэс-кэс-кэс, маленький пугливый зверенок. Не бойся, дядя тебя не тронет. Ну, пока что. Мы же не можем знать, что произойдет через 5 минут, к примеру. С твоей жизнью, сука. Неожиданно. Но тебе повезло, что я сохранился. Я вернулся, паскуда. Я намерен сделать с тобой кое-что очень плохое. И я искренне надеюсь, что тебе это не понравится. Вот так-то. Кстати, спокойное лицо тебе к лицу. Ха! Тавтология. Что за нах? Ладно, загрузимся. Что это только что было? Да черт побери, что происходит? Где ты? Кто ты? Я тебя уебу! Но обещать не могу. Надо быстро убежать. Беги, давай быстрее, мы сможем! Твою мать. Как же я себя обожаю за такие сохранения. Прям, вы знаете, прям я бы себе дал. Мы куда-то идем? Мы куда-то приехали? Начальник вышел. Начальник вышел. Что это за место? Здесь пахнет нищетой и собачьей плацентой. У вас крыша течет. А чей это дом? Тут перестрелка! Хуя тебя распидорасил. Блять, да за что? Что? Тебя что, клинит, ёб твою мать? Секундочку, блять! Ну, зачем ты чинарик на пол бросаешь, Ракалия? Это тебя не красит ни разу. Ты просто фу, блядыш, в моих глазах сейчас. Ух, а корабль тебя красит. О, красивый корабль такой. О, можно я с вами полечу? Ага! Слушайте, это высоко. Это вы... А что мне... А как мне отсюда слезть? О, дайте слезть! Не так, блядь! Чё дает? Ключ. Какого хрена? В смысле? Он нам там что-то оставил. Что с этой бабой сегодня не так, я не понимаю. Джонни, поговори с ней. Что такая злая, а? Я пошла, тут больше делать нечего. Пошла она. Тебе не интересно, что там? Так, мне пора. Чего, блядь? Куда она торопится, Джонни? Пускай идет, Ви. Она успокоится. Просто в такие моменты ей хочется побыть одной. Окей. Понимаю. Нихуя не понимаю. Где-то справа его слышно было. В общем, мы его найдем. А чё я нашел? Что это за чертовщина такая? Лол, что это за куча мусора? Я нашел портал в другое измерение. О, чуть маслина в нос не залетела. Ты меня уже затрахал. Наконец-то. Завали его. Танцовщик хуев. Натанцевался уже? Хватит мне приключений на сегодня, пошли домой. Что за... Пожалуй, сегодня я пойду пешком. Больше! А то постоянно нехватка припасов. Блять, опять лишний купил. Ладно, найдем еще бабоса. Где-то здесь я тебя слышал, деточка, где ты? Ты что, пьяная, сука? Что ж вы, бляди, никак на жопу не сядете? Вжух, и ты упал. Оу, фризы. Что за подтормаживание пошли? Кто-то его растянуло, конечно. А где его карета? Что с... У него карета глючит. Эй, веселуха! Анимус заглючил. Слышь, подбрось меня до хаты. Не теряй меня, сука. Я тебе заплачу муравьиными попками. Так что жми на коня. А, что-то было. Я застрял. А, мне нужен кислород.
Ну и вали. Мне больше попок останется. Пойду поглажу песика. Эй, Махныш, хочешь ко мне домой в лес? Я собаку еще не пробовал. Опа, работяга. Нормально работаем, потеем. Молодец, похвально. Хотя, возможно, он там хомяка своего хоронит. Так, а вот и мои жертвы. Я их уберу по-тихому. Щит, я спалился. Уйди, пиздюк, уйди. Иначе уйдешь в отставку. А, что началось? Вам тут что, сиськи показали, что ли? Что приперлись? У меня тут скрытое, мать вашу, задание, пиздюки. А, ты разбудил во мне повара, характери. Хоба, все, стойте спокойно. Все закончилось, продолжаем задание. Хотя, мой внутренний голос мне говорит, что им и так глубоко насрать на то, что тут произошло. Алло, тут людей резали. Нормально все? Ну, как скажете. О, стоп. Что такое? Что-то не так. Да ну нахер, в самом деле? Ты откуда вы беретесь? Что? И что это сейчас было? Какая забавная у них физика, однако. Черт, я задание за вас провалил. Где тот, кто заварил эту кашу? Это еще что? Вытащите меня отсюда! Перезагрузите анимус, черти! Чё на мосту стоишь? Думаешь прыгать? Прыгать тебя никто не держит. Звоните мне на горячую линию, я решу все ваши проблемы. О, кстати, мы же с той стороны приехали. Чисто из дурного любопытства. А что будет, если я побегу назад? Кстати, мы уже на краю карты. Ну, пора в путь. Да, прошагали мы немало уже. Я не то чтобы за пределами карты, я уже почти на большом пальце левой руки. Но есть и хорошая новость. Впереди что-то непонятное начало проявляться, и карта выглядит довольно странно. Что это? Это что? Это мостик Авроры, ёбана! Хули он тут делает? Снесло, что ли? О, еще куски нашего поезда. Твою мать, какого хрена? Это конец карты. Земля плоская, пацаны. Я тупо пошел по прямой и... Что? А, чё? Ты что, Блэс? Пошли нахрен абразины. На. Мои щедрости не знают границ. На! Чё, ногу срубила? А хули ты такой сумасшедший? Ты. Помехи в диалоге создает он мне. Сдохни, блядь. Чё? Что это было? Что это за спагетти? Что за сопля только что потянулась? О, вижу одного. Бывай. Суицидник. Я ему форму поправил, а он себе шею свернул. Так, где они топчут-то? Ведьмы обделанные. Ой-ой-ой, а их тут много. Не иди сюда. Скинь, шлюха испорченная. Эй, ведьма! Какого хрена? Хули ты такая любопытная? Она застряла. Она не понимает этого, но она застряла. Что я могу сделать из кошачьего меха и кости утопленника? У меня есть мех, могу одолжить. Опа. Ку-ку, ты что-то забыла? Уйди отсюда. Твоей подруге помощь не нужна. Спасибо. Я еще никогда не душил лысых женщин. Так, теперь мне надо ее спрятать. Как говорится, сделал дело, спрятай тело. Но там еще кто-то есть. А, не хочет приходить. Ладно, давайте мы... Теперь вы примерно знаете, как я кончаю. Как здесь уютненько все-таки. Приятных сновидений, тварь. Тап. Еще одна любопытная. А, у нас тут своя атмосфера.
На самом деле все в безопасности. Да. Здесь слишком шумно, ребят. Там что, кто-то есть? О, так... Так, кажется, тварь кого-то утащила. Е-е-е, минус засранец. Стойте, не двигайтесь. Я хочу подкрасться к ним незаметно. А-а-а, новые люди. Что? А как... Как это он так пушку держит? Что за халтура? О, там Имра ничуть не лучше. Видимо, у тебя научилась. Вроде тут безопасно. Да ну, ты уверена? Ты видел, что за хуйню она несет? Вот занесла же меня. Эй! Эй! Твоя дама споткнулась, помоги ей, что ли? Эй! Ты меня чувствуешь вообще? Алло! Ты чего молчишь? Чё ты этим хочешь сказать, ублюдок? Хули ты такой дерзкий, сука? Какое дерзкое молчание. Так ты будешь собирать мои маслины сегодня или нет? Hello? У вас всё нормально? Я, конечно, дико извиняюсь, но тут как бы ваш товарищ мрут. Что? Это вы стреляли? Кто стрелял? Что за херня? Воу! Это что за стелс-тактика такая? Эй, челядь, мы будем сегодня по лицу бить друг друга или... Оу! Какого хера? Уничтожить цель! Как вы так, сука, стреляете? Какие непалевные. Стоят, типа, что-то там обсуждают. Да я один. Проявите терпение. На всех меня сразу не хватит. Уйди, какой молодец. Побежал, сука. О, засветился. Теперь ты мой. Эй. Куда я попал? Я хочу выйти отсюда. Как это называется? Ну, хотя я знаю, как это называется. Упал под текстуры, но это риторический вопрос. Другой вопрос, как отсюда выбраться? Бля, я сейчас как напрягусь, твари! И потеряю сознание. Не бесите меня, короче. Еба, я понял. Это прямые кишки, это болото изорванных пуканов. Дьявол же чужими страданиями питается. Оказывается, анальными тоже. Вон так кругами ходит уже целую минуту. Этому должно быть какое-то объяснение. А что если он посрался с женой и, уходя из дома, сказал ей типа: «Я ухожу от тебя! Я буду идти, пока не сотру ноги в кровь!» Ну а дальше крыльца побоялся уйти, ибо там темно, и еще он не успел поужинать. «Мы свои вопросы решаем сами!» «Это ты типа так намекаешь, что тебе не нужна помощь? Ты отвратителен!» Ну же, зайди в эту дверь. У тебя же почти получилось. О, ты что, кончил, что ли? Сука неблагодарная. Вот из вертолета упали. А то я давненько колбасой из вертолета не падал. Ой, а где наша винтовка? А, у меня невидимая снайперская винтовка. А я могу стрелять. Я могу стрелять. Кей, я размазываю чухло пришельцам одной силой мысли. И забавно перезаряжаюсь. Смотрите, я как будто в темноте пытаюсь налить себе чай. Та... Воу-воу, что это со мной? Мне нехорошо или все хорошо? Башка моя из пенопласта, хер я сразу не допер. О, винтовка появилась. И меня опять штормит. Хватит головой качать. Штормит, его обливать хочется мне. Что за нахрен? Смотри, шпана, что умею. Хоп. Ты чё так далеко встал? Не мог мне подыграть, шваль. О, стражники. Добрый день. Пожалуйста, располагайтесь. На земле тут места много. Аппендикс болит. Я хирург, всё нормально. И мародёр, и священник, если надо. Там что, ещё один? Он мой? А, умер. Окей, ушки. Здрасте.
Здесь что, групповое самоубийство? А ну отошли от края. А мне однозначно не стоит работать в службе спасения. О. Ты жив только потому... Соболи хлебальник ты, видишь ты, гроза района. Пердун, лежи в позе йогурта и не возникай. Эти странные ощущения. Я мамонт, но я как будто без ног. Я как будто на воздушной подушке. Ну или на роликах, или коньках, не знаю. Носорог! Чё? Я его разбил. Ой, попёрли, как будто я с пачкой жвачек спалился. Идите отсюда! Пошли нахрен. Я мамонт на коньках. Я цирковой мамонт. Что? Что за воздушный пиздец? Ой, много их здесь. Будет сложно мне с ботами. Куда он пошел, придурок? Вали отсюда! Растворись, уёба! Его же сейчас заметят. Кш-кш! Пошел нахрен отсюда! Серьезно? Ubisoft. Ну её нахер это комментировать! Какой же крутой у меня корабль. Смотрите, повсюду мониторчики. Обожаю на них смотреть и делать вид, что я все понимаю. Кстати, а нахера их тут так много? Нас что, экзибит навещал, что ли? Так, патрон на мостике, хуилы. Какие новости из космоса? Эй, привет, ты в курсе, что ты дышишь моим воздухом? Ладно, спокойно, забей, но помни об этом. Чё делаешь? А на самом деле мне насрать. Я лучше посмотрю, что звезды сегодня нам говорят. И это обчистили, хорош. Дальше. Блин, на пробел надо было нажать. Чё такое? Где космос? Где космос? Темно, как в жопе у мангуста. Я космос просрал. Ядрить его в корень. Космос исчез. Все плохо. Все плохо, мы одни во вселенной. Макайте в йод пенисы, господа. Дезинфицируйте их и вперед размножаться. Кому-то помощь нужна. Бригада быстрого реагирования уже в пути. Ты это обрыв? Какого? Отмените вызов. Да, я отвечаю, здесь был мост. Просто его зомби-цыгане спиздили. Цыган же тоже могут зомби покусать. О, его надо спасти! Все нормально, работает бригада профессионалов. Смотри, даже не задел он его. Живой. Да, вот это я ювелир. А че ему похуй? Ему холодно лежать дал, походу. Так, мне малек неудобно. Я, сука, до сих пор привыкаю к PlayStation. Лутаем абсолютно все. В постапокалиптическом мире даже терка может жизнь спасти. Опа, удобненько. Сейчас бы их всех миниганом задрушлячить, но боюсь, что все в молоко улетит с моим таимом. Так что начнем с малого. Пошли пиздячить их ломиком. Вставай, пидрон. Что, сука? Что? Что с тобой? У него близорукость. Почему он так бегает? О, проснулся, утырок. А, как я мог про тебя забыть? Держи пулевой массаж ребер. Не лось. Блядь, такое ощущение, как будто гороха по нему стреляю. Из рогатки. О, что происходит? Где? Иисусе, твою мать! Какого хуя сейчас было? И этот об землю шлепнулся и сдох. Видимо, он хотел сделать бросок, как Джон Сина, но где-то в полете потерял меня. Вы поищите Дженни. Если найдете ее, скажите, пусть не волнуется. Мишка меня защищает. Мишка меня защищает. А кто тебе принес этого Мишку? Сука, как бомж шлялся. Есть что ценное. Я за собой закрою. Я могу к ним войти, спасти, так сказать. А, нет, здесь это невидимая херня,
который все стеклом называют. Мне кажется, или у них нет молотков. Что за кощунство? Почему им молотки не выдали? То есть, у вас тут дроны летают, а вы гвозди руками забиваете? Уберите стекло. Я хочу им въебать. Так, и где здесь вышка? Эй, вы чего столпились? Что за дерьмо здесь происходит? Чё они прижимаются к этой тёлке? Алло, самцы, чё, других женщин нет? А может, это её телохранители? Вы душите человека! What the fuck? Так, я вас прошу, разошлись, оставляем человека. У него должно быть своё личное пространство. Пошли нахуй по-хорошему. Я не понял, вас что, за ручку провести? Так, здесь у нас кабинки. Ну-ка, чё там? Понятно. Воу! Чёртовы мимики! Только у этого, кажется, проблемы. Но, вылезай оттуда. Превратись, не знаю, в мячик и катись к хуям. В чём проблема? Оно похоже на усы, которые танцуют чечётку. О боже, моя фантазия безгранична. Зашевелился. Испугался, что ли? Это ещё не всё. Потерпи ещё немножко унижения. Всё, покойся с миром, жаба. Фу, какая гадость. Как будто кто-то хотел в умывальник посрать и промахнулся. Старшая сестричка, бесите меня! А, зимняя свежесть! Стой! Зимняя свежесть, я сказал! Я тебе поправлю сейчас твой мейкап! Отлично! О, динь-динь-динь, как я люблю этот звук Адама. Что? Кто здесь? Это ты, что ли? Что? Как она это делает? Да... Ну шпагать, Лёжа. Что здесь происходит? Её что, парализовало? Сокрой рот, швабра. Я не знаю, может, морепродукты на них так действуют? Отличный способ разбудить женщину. Прыгнуть ей на лицо. Что за дичь ты мне тут вытворяешь? А такой приём... Твои вертушки остановят? Не думаю. Я не такой дурак, как ты выглядишь. О! Еще одна акробатка. Ты что, серьезно, что ли? Я тебя по-любому вижу. О! Сухарик. Странная поза. Она так стоит, как будто белье на сушку вешает. И сюда. Не понял, что за красное пятно, что за мусор. Где тот уборщик? Опачки. Парень. Что с ним? Ты норма? У тебя что, батарейки на протезах сели? Ты присаживайся, что стоишь? Или скамейка крашена? Отстань от меня, урод! А вот это вот, кстати, ты ляпнул, не подумав, братан. Сейчас мы подзарядим твои протезы. Наверное, у него китайские детали. Вы чего нет, Аркадий? Я всю жизнь прожил на колесах. Моя страсть — это скорость. Чем выше скорость, тем забавнее вибрируют мои щеки. Я люблю, когда дует ветер. И Snoop Dogg дует неплохо, но если побом... Ай-яй-яй! Оу-оу! Рилли! Я не в тех кроссовках, чтобы умирать. Я не умер. Что это вообще было? Мою задницу было видно со спутников, наверное. Но я жив. И, пожалуй, я станцую. Кажется, кто-то на первый вачдокс наступил. О, ты погляди, какой четкий трамплин. Мне срочно нужно четырехколесная тварь. Прости меня, моя белая стрекоза любви. Но я заспавню сюда машину. О, метеорит. Метеорит. Да вы, сука, заебали уже! Чш, буцефал, ша, буцефал, все. Мы приехали в наш любимый пыльный ров. Что с повозкой у этого человека? Трррр, буцефал. Доброго вам дня.
А у вас повозка по воздуху плыла. А что это за нарушение правил воздушного движения? Застрял немножко. У него навигатор сбился. Охуенно. Движок заглох. О, лошадь в порядке. Ну, хоть это радует, а то ее больше всего жалко было в этой... Ты куда, мужик? А ты умеешь решать проблемы. Йо-хоу, йо-хо-йо-хо-йо-хо! О, трамплинчик! О, черт! What the fuck? Что за дерьмо со мной случилось? Мы повисли в воздухе, ребят. Воу. Нет, мой железный конь. Я тебя оттуда достану, но пока не знаю как. Ребят, помогите, пожалуйста. У меня для вас охуительная история. Ребят, вы чего? Вам не нравится, что я в трусах, что ли? Извините, но яйцам тоже воздух нужен. Ладно, конь мой шестяной, сейчас я попытаюсь тебя оттуда достать. Будем надеяться на лучшее. Опа! О! Держись, малыш, не смотри вниз! Ха! Прикол. Да, обязательно шлем надеваем. Погнали! Ай, блядь, это было больно. Черт, я весь в крови. Шлем нихера не помог, друзья. Какого черта? Моцик сломался. Тварь ебаная. Прости, чувак! Я не нарочно! Я только что упал с крыши, у меня из носа течет кровь, я в трусах! Не бей меня из жалости хотя бы! Как здесь все узко, мне здесь опасно находиться, у меня клаустрофобия. Так, а это что такое? Это труба какая-то. О, здесь так темно. Смотрите, негры воруют уголь. Воу-воу-воу. Ой. Я, кажется, куда-то не туда зашел. Это край мира или у меня глюки? Ку-ку, есть кто-то? Где я? Что это? Хули здесь так пусто? Что-то странное происходит. Я падаю! Блин. Кажется, негры меня толкнули. Да убери ты свой лед, огонь! Да я же Девакин, блять, я и так наказать могу. Вообще неприятно, так, чувак? Чё встает? Я же его грохнул. Что это чародей вытворяет? Вы только посмотрите на него. Эй, маг чертов! Я даже могу его обыскать. Он типа умер. Умри, я сказал. Опасно меня так близко подпускать, я Камасутру читал. Вау, смотрите, переход для умственно отсталых. Добрый день, мужчина. Вы, наверное, на работу спешите, да? Дела хуёмы. Ебаться в пассатиже. А, и тут охрана. Найн. Всё, я спрятался. Ребята, давайте не будем бросать говно в вентилятор и послушаем меня. Давайте мы си... Вы чё, ебанулись? Что вы делаете? Как ты промахнулся, хуила криворукая? Куда это вы? Арестуйте меня. С ними что-то не так, их явно неправильно обучали. Ну ладно, я тогда поползу по-тихому в бок, мне туда, короче, надо. Я выход найду. Стреляйте, сколько... Они друг друга поубивают к чёртам. Я, кажется, понял. У меня произошло озарение. Я все понял. Чего тут непонятного? Все ж понятно. И я все понял. Бля, все так сложно, что я забыл, что я понял. Нет. Нет. Просто охуительная реализация подбора одежды. Так, школьная форма. Что, блядь, это? Что, блядь, с этой одеждой? Как будто на меня насали и вышвырнули на улицу в минус 30. О, собакен! Хочешь мясо? Кроличьего. Эй, ты! Ты чё крутишься? Ебать, ты такой здоровый, давай покатаешь меня верхом.
новичок, так что на первый раз прощаю. Но лучше не зли меня. Ты хули такой злой? Ты хера свободного времени, что ли? Собака, пас нахер, сделай ему чайный пакетик. Воу, что это ты сейчас сделал? Вот так. Хороший песик. Че, серьезно? А по-моему, его с дракона роняли. Ты че вытвори? И не смей на меня таким Если тоном гавкать, себя, ты. Обратно не вернусь. Мало не покажется. Точно тебе говорю. Его тоже на драконе катали, что ли? Славный песик. Проще всего было бы снять номера тут. Недалеко и удобно. Ух ты! Возьмемся за работу около полуночи, чтобы поменьше светиться. Я не против. Может, снимем одну комнату? Хорошая идея. А может, одну комнатку? А может, снимем одну комнату? Пожалуй. У Ноа в каждом номере по две кровати. Как раз. Блять, ты обломала все к хуям, мать. Наверное, упаду в кровать и сразу... Ну да, тварина, иди. Тебе тоже лучше... Чтоб я тебе помог еще когда-нибудь. Само собой. Мне показалось, ли эта пальма только что приподнялась чуть-чуть. Прям как мой Бенджамин до того, как охладили мое траханье. Вы это видите, да? Это знак. Дорогая, ты веришь в знаки? Спит. Типа заснула, смотрите на нее. Притворяется актриса без Оскара, лишь бы не дать порядочному мужику. Ну ладно, кулачок-то меня никогда не подводил. Что я за человек, сука? Зачем я это сделал? Что с моей жизнью не так, а? Хуя себе! А с каких это пор я лысый? Я ж мехастый был, я помню. Вот этот волос, вот этот волос мне нравится больше всего. Ой, он вызывает у меня диабет, настолько он сладкий. Я хочу увидеть его агрегат. Вот это хуй. Мне говорили, что если этим заниматься, то волосы на руках вырастут, но... Ай, блядь, кто ждал, что они на голове рассосутся? Тигрыгын, тигрыгын. Вот такой вот каламбур. Давай, светофор. Ну же. Какой я у мамы молодец-то, а? Опа, и сразу еще и раздавили. I'm the best. Все, сестренка, mission completed. А, это не все, нам еще данные нужны. И тут у меня возникло сразу два вопроса. Почему он крутится? И почему над его задницей висит значок «взломать»? Я не хочу взламывать чужие задницы. А, я это сделал, ребята. Но я хочу убедиться, что он точно мертвый. А то вдруг он еще и удовольствие получил. 911, расскажите, что случилось. Эх, все нормально. Что случилось, уже не исправить. Врум-врум-врум, это автобус-попрыгун. Йо-хо-хо! В моем автобусе кофе пить не советую. Йо-хо-хо, ебало, шпарить можно. Так, а вот и заправка. Тихо. Упс. Кое-как сели. Что тут происходит? Люблю гулять. А-а-а. Пока нихуя не понятно. Объясни, пожалуйста, зачем ты забралась на капот машины? Я вот, например, могу объяснить, зачем я прицепил к ней эти тросы. Все очень просто. Блять. Надо же было сначала объяснить. Ныряешь такой, плывешь себе на кораллы, смотришь. А, тут нет короче, просто плывешь себе спокойно. И вот такая вот херня перед глазами появляется. Что это? Что это за подводные сусы? Они ходят под водой. С какого-то пересрача они так умеют вообще? Суки. А знаете что, я решил с ними подружиться. Ребят, возьмите в кружок. Он меня ударил. Вы меня бьете! Уйди, мерзость. На, бля, гранату кушай. Из чего вы сделаны, я понять не могу. Дайте передохнуть, черти. Ты чё оборзел? На, за щеку. Ребят, я застрял. Я не могу отсюда выйти. Ты еще как здесь оказался. Вали отсюда, вонючка.
Оставь меня в покое, видишь, и мне и так проблем по горло без тебя. 2000 years later. Не, ну это не серьезно. Чё-то он устал, наверное, убегать. Стой! Оу! Что? Где карета? Скажи мне, что это сейчас было? Бедные лошадки. Ай-яй-яй, какая потеря. Как они синхронно умерли. Их нужно помянуть. Я вас не знал, но я уверен, что в вашей жизни было много... Аминь. А что этот горбатится? Вот кто по-настоящему притворяется, что работает. Что ты тащишь, чувак? Ты тело где-то по дороге, наверное, потерял. Сейчас мы тебе поможем его найти. Что? Что за шуточки? Где этот чертов фокусник? О, мустанг мой, полегче! Как же это быстро! Да, мне нравятся кони в Майнкрафте. Куни в Майнкрафте я еще не пробовал. У меня тут, кстати, мир не прогрузился. Или... Че это пропасть или что-то? Ты к миру предъявы, что ли, кидаешь? Я не вижу ничего, а в то же время вижу все. Точнее, я вижу пещеры и кошка пошла. А, так тут ходить можно. Я мармук, я нашел баги в Майнкрафте. Ура, я тебя нашел, баг в Майнкрафте. Ох, блядь, жопа болит от квадратного коня. Че тут у нас? Невидимые блоки. А если я положу блок назад? Он пропал. Бля, так удобно трупы прятать. Эй, ты, пердомаг, оставь сферу. Мы пришли за тобой, урод. Ну, а, блядь. Дедуля, что с тобой? Что с тобой сделал? Ах ты, гнида предательская. Ты что с моим учителем делал? Верни его на ноги, он мне такой нахер не сдался. Не трожь его. Учитель, вставайте. Давайте, как вы учили меня. Бейте его. Чё ж ты на меня не нападаешь? Я ж могу драться. Что здесь вообще происходит? Кажется, на меня вообще внимания не обращает. О, я нашел себе занятие. Я понял, как собрать эту сферу. Старик, короче, я выполнил задание. Сфера собрана. А, вы еще не решили свои проблемы. Ладно, слушай, я, короче, сферу собрал. Я вижу, что ты его удерживаешь, и у тебя это хорошо выходит. Наверное, поскольку я освободился, я тебе помогу. На, злодей! Негодяй! Слушай, учитель, это не так уж и сложно. Кажется, у меня все получается. Сейчас я его как... На! Паскуда продажная. Ура! Дедуля встал! Я знал, что у тебя все получится. Что? Я, значит, тут в одиночку... Заебись поспал, да? О, там охрана. И у него есть автомат, а у меня есть отвертка. Изи, пошли. Что с ним? С ним явно что-то не так. Эй, человек, ты там птичку увидел, что ли? Куда ты смотришь? Чё он так пристально разглядывает эти винты? Или ты пукнул и ждешь, пока поток воздуха вернет твой пердёж назад? Вау, Ези, я тебе сейчас саморез в задницу закручу, ты! Смотри на него. Шутка ему не понравилась. Это был салют в честь победы над этим роботом. Ура! Все, пошли. О! Роботы-строители! What the fuck? Похоже, я его активировал. Даже взламывать ничего не надо.
Эй, все нормально? Оу, он какой-то неприветливый. Не, так ничего не выйдет. Ему надо по рукам понадавать. Почувствовал, а? Он хотел использовать против меня секретное смертельное объятие. Ага, кастрюля, грустно без одной клешни жить, да? Ща мы тебя и второй лишим. Ща. А, сука, грустно вдвойне, да? Привет. Притворяешься, что спишь? Куда собрались, милашки? Ладно, вперед, садись за руль. Мне нравится твоя гидравлика. Черт, и копы здесь. А так. Господи Иисусе, какого черта? Спускайся назад, что ты там делаешь? Ты сейчас будешь фуром зеркала разбивать. Я, конечно, понимаю, что ты хочешь его убить, но мне кажется, ты переусердствуешь. О, красава. Наглотался мух и хватит. Ну вот, дело сделано, да? Пасос или Песос, как я там, подожди меня. О, что, недалеко этот кролик убежал, да? Кажется, он тебя послал. Хочешь, я ему рот святой пулей прочищу? Что, больно? А так норм? А? Лучше стало ведь, да? О, у нас компания. Без паники, Песос. Один лягушачий прием, и сейчас все успокоятся. Фанеру словил, сука. Главное, по утрам так не прыгать, а то можно ковер продырявить. О, вот это я его собрал. Эй! Он что, не умер, что ли? Эй, ты куда пополз? Ты куда пополз, твою мать? Сейчас смерть за хер уносит, что ли? Или вы тут в Бразилии все в душе футболисты? Любите по коврам, как по стадиону скользить? Эй, ты куда? А, все. Стадион маловат. Эти двое проглотили бокалы? What the fuck? У них бокалы в груди. Что за жесть? Или вы их спиздили? Кажется, официант их ищет. Ах вы засранцы хитрожопые. Вот, шеф, и эта самая медуза Горгона говорит мне, посмотри в мои глаза, посмотри. А я-то не дурак, я-то знаю, что она в камень превращает. Ну, я ей хер и показал. Каменный хер такой шуршавый, док. Я вчера с женщиной переспал и на утро нашел только кожу. Я ее стер, док. Если что, я ни хера не вижу. О, трамплин, я понял. Да ну вас в топку, кайфоломы, блин. Такое счастье отобрали. Ну, а дальше-то что? Как мне перебраться-то? Мне чё, взять квадрик за пазуху, что ли? Перепрыгнуть это дерьмо? Бочки, я понял. Я исполнять. Ой, я двигаться не могу. А, так катсцена. Шо, блядь? Воу. Я уже подумал, что уйду отсюда зубами в кармане. Что за херня? Блин, я чё, опять застрял? Во-во-во. Нет. Нет. Как я... Я же выбрал, я уже снаружи, твою мать! Отпусти, я хочу уйти отсюда! Выпусти меня отсюда, сука! Выпусти, я сейчас металлоломщикам позвоню! Такое ощущение, как будто я лямкой трусов зацепился. Я не могу ничего с этим сделать. Я не знаю, как отсюда выбраться. У меня уже жопа располовинена, наверное. Я, короче, капитулирую, пацаны. Спасибо, охуенно покатался, отлично себя чувствую. Хочу погулять, настолько сильно, что готов сразу через окно выйти. Йо-йо-йо-йо, здесь заяц. Тренируется. Эй, мелочь, мне кажется, тебе пора. Здесь сейчас будет шумно. Здесь взрослые дяди сейчас будут воевать. И здесь будет много трупов, запах пороха, взрывы. Потом обед, и потом опять по новой. Я могу тебя познакомить с войной, если ты не знаешь, что это. Секундочку. Для этого мне понадобится всего лишь одна вещь. Стой смирно. Ух ты, ёпты! Слишком быстрое погружение получилось. Давай, и эта горка нам по силам.
И, кстати, мы уже приперлись. По центре эвакуация. Где вы там, ленивые пердаки? Давайте за мной. Вот теперь пошли. Что? Я жив? Но тем не менее, господа, у меня просится мат. Что это было? Хули я так от машины отскочил? Не на того напал баклан. На зону его к петухам. Сука, сбежать решил? Таксист красава. На сухой навоз наехал. Арестуйте его. Арестуйте этого ушлепка. Что, наделался уже мужиком стал? Получит сегодня нагоняй кто-то. Давай, офицер, нельзя медлить. А куда ты его посадить хочешь? Тут же уже все забито. Что это за танцы? А, я все понял. Ты хочешь его публично унизить. Ха-ха-ха. Что? Какого черта? Ты... Ты вот сам споткнулся! А-а-а, не стреляйте мне в печень, я еще не набухался! Фью, такси! Фью. Да умрешь ты ж, спасибо. Хули ты мне тут стол сломать будешь? Так, пошли дальше. Ну где же ты? Я охуительный ассасин! Эй, тигридай, тигригумбумба! Прямо в кокон. А чё это он в воду прыгнул? Ты чё, пасать нырнул? Го купаться! Смотри, как весело! Давай брызгаться и странно хихикать! Эй, не уплывай! Ой, а чё это я... Я тебе, кажется, присунул... Ай, да я не нарочно! Ёка ломане, крокодил! А рептилоид ушёл? Ну-ка... Отлично! Чё ты там напрягаешься, братан? Иди сюда ко мне. Водичка сегодня вообще теплая, шикарная, как молоко из коровы. Воу! Это что такое? Это... Посейдон! Ты хули пердишь на мои вещи? Держись, держись, вумен, я уже принес лекарство. Я добрый, так что ты не умрешь. Ой, ты... Ты чё в стену ушла? Чё так удобнее, что ли? Ну, как скажешь. Блин, они все сразу начали трындеть, я никого разобрать не могу. Бля, нихера непонятно, ребята, давайте как-то по очереди. Заткнитесь, пожалуйста. А кто-нибудь из вас может завалить ебальник? Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-ла-ла. О, робот, постой! Давай ты поговори со мной. Говори что-нибудь, неважно. Набросай дерьма мне в уши, давай. Давайте все, и чтоб погромче, то я могу не расслышать. А хватит, я съебываюсь с этого корабля. А теперь наша непостоянная рубрика. Если честно, ее раньше вообще никогда не было. Чего, блядь? Это было название рубрики. Чего, блядь? Чё, блядь? Чего, блядь? Чё за... Пираги используют ИИ, чтобы собирать компромат на посетителей. Найди это ИИ, и мы узнаем, что скрывают все эти коррумпированные потоки. Воу! Чё за бред? Чё, блин? На! Чё же, на лыжи сел? Сейчас, подожди. Ага, не хочется больше по... Да он нырнул. Ушел отсюда, Валерий, быстро! Вот так вот, катись колбаской! Ты же мне предавец, что вы вообще на меня нападаете? Я же вам ничего не сделал, блядь! Эй! Я не чувствую твоих ударов! Ты что, там заснул, что ли? Эй! Что опять происходит? Валера задумался.
В Ривервудском торговце ты найдешь все, что тебе нужно. Заебись, но можно при этом не бить меня? Так, 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 они уже идут, значит, на мостик засадочку. Так, на тропиночку тоже можно, чтобы их кишки по зеленой травке разбросало. Так, и на этот мостик. Блин, далековато. Отжай, они что? На подходе. Да. В ящиках есть оружие. Да что, куда? Почему я лечу вверх? Что за... Ветер, сука, не дуй мне в жопу. Твою мать. Но я же просто хотел спрыгнуть. Ой, твою за ногу, что-то было. Полет сурка. Полет юного сурка. Так и акробатом можно стать. Опять херней страдаем. Да херища копов, надо отсюда валить. О, моцики. Добрый вечер, ФБР, мне нужен этот транспорт. Что? У меня байкер в багажнике. А чё удобно, пришел на стрелу, вместо биты достал байкера из багажника и все. Как я люблю грибы. Неважно какие, подберезовики или ядерные. О, а что если... Ну... Что? В смысле, блядь? То-то же попадали, как блохи с яичек парсика. На, сука. На, кореш, ребёнка. И ты чё в стороне стоишь? Не страдаешь? Я тебя голыми руками порву, петух. Что ты делаешь? Уйди, тварь голубая, не мешай мне уебу. Смешно. Чё, всё? Мне мало. Давай ещё. О, теперь ты выйдешь. Я телевизор почти не смотрю. С тех пор, как приехала в Диего. А ты раньше его не видела? О, нет. Раньше только из пиноса из каждого утюга трещал. Вообще отличный сериал. Такую херню я давненько не встречал. Не хотелось бы мне там оказаться. Но смотреть интересно. Прям как две бабки, которые, общаясь по скайпу, не выключают колонки. Так что тебе надо? Встань уже! Интересно, чем в такое время народ в офисах занимается? Чего, блядь? Вау. Что здесь такое? Что за движуха? Да что, блядь, опять происходит? На нас напали, что ли? Перзила! Коси их нахер! Сейчас я трусы спущу. Ферзила, это мой. Это мой, я беру его на себя. Чё, бомжара, искупаться решил? Водичка, надеюсь, нормальная, а то я собираюсь присоединиться. Не бойся, я постараюсь решить вопрос дипломатически. Ты что, волны делаешь? Или тебе радиация в попу попала? Кажется, он членам посылает негативные волны. Или он просто пытается трахнуть озеро. О, слава тебе, Господи, здоровяк наконец-то попал. Покойся с миром, ёбарь озёров. Пошли отсюда, пока его тело не пустило в воду кофейные зерна. Эй, Пердила, что... Ты это типа плаваешь сейчас, что ли? Что это за движение? Я не понимаю, здесь вода какая-то другая, что ли? Ты себя со стороны видишь? Ты, блядь, как будто в творожок нырнул.